тебя что это там? Шашлыки, что ли, жарит? Буду вынужден доложить. Лёш, с тобой все в порядке? Господи. Хотел сказать только что. Я тоже. Что... А, ну хорошо. Давайте первое. Я предлагаю. Вот и я тоже. Предлагаю нам договориться. Мы ведем себя на работе так, как будто бы между нами ничего не было. Я согласен. Я согласен. Ничего, да? Да, потому что никому же не обязательно знать про правильно. Да, согласна. Ну, вот, да, отлично. Ну что, я выхожу первая? Ну, давай. Да, тогда я потом. Да. Ну, хорошо. Удачи. Удачи. Борцов, 40 лет. Разведен. Последние несколько лет перебивался случайными заработками. Пап, ну, ты нарисовал портрет среднестатистического неудачника. А что в этом деле такого необычного? Ну, что нам здесь расследовать? Почему разочаровавшийся в жизни человек облился бензином и поджег себя в собственном гараже? Это не вопрос. Привет. Ты чего сегодня так рано? Так получилось. На машине подвезли. Вот как? Вот так. Еще вопросы? Ты где ночевал сегодня ночью? Во-первых, отцу такие вопросы все-таки не задают. А во-вторых... Понятно, замяли. Не отвлекайся, во-вторых. Мы далеко собрались? Вот. Сначала ты сказал, что этот бедолага перебивался случайными заработками, а теперь ты говоришь, что он обеспечен. Это называется фриланс. Набирающий силу движения. Стиль такой. У человека приличное образование. А Скворцов у нас закончил химфак МГУ. Он умеет договариваться с работодателем. У него график работы свободный. Здравствуйте. Здравствуйте. Он же успешным был фрилансером Скворцов-то. Он зарабатывал до 6 000 долларов в месяц. Это немало. У него полно друзей. Его любят женщины. Он был в полном порядке. С какого перепуга ему сводить счеты с жизни? Да. Хорошо работает. Так, все, стоп. Толя, стоп. Давай-ка мы трепанацию оставим, но потом. Да я всегда начинаю с трепанации. Почему? На всякий случай, если есть... Душа, так ей удобнее всего покинуть тело. А, то есть ты думаешь, что душа находится в черепной коробке? Ну, я провел кое-какие исследования. Больше нигде. Подержите, пожалуйста. Я с удовольствием. На своих делах раньше ни одного вскрытия не пропускал. Угу.
Замрите, пожалуйста. Так. Неудобно. Попробую с другой стороны. Толя, а давай-ка я, а? Тряхну стариной. М? Может, не стоит? Стоит. Руки-то помнят. Давай, иди сюда. Варя, где мои очки? Откуда я знаю? Ты не взяла мои очки. Конечно, я не взяла твои очки. Ты их все время где-нибудь оставишь, а я не взяла твои очки. Ладно, хорошо, ладно. Может, лучше не стоит, пап? Смотри и учись. Держи. Так, вот здесь держи. Держи. Я так и знала. Что ж такое? Вот это, друзья мои, называется отсутствие практики. Я же говорил, не надо. Да ничего, до свадьбы заживет, держи. Аня, депрессивная блондинка – это уже слишком. Ань, ну не пугай нас. Что случилось-то? Девочки, я скоро умру. А также наличие странгуляционной борозды. Молодец. Все это доказывает, что Скворцов был убит еще до того, как его сожгли. Вот так. Я только что была у потомственной гадалки. Она мне покойника нагадала. Ну, кто этот покойник? Она не сказала. Вижу, говорит, покойника. Всем привет! Привет! Привет. А что-то мы такие печальные. Анечка каблук сломала, да? Девочки, поздравляю, у нас новое задание. Задание не очень приятное. А вот и труп. Гадалка оказалась права. У нас ситуация номер 200. Короче, это мутировавший вирус сибирской язвы. Я понял. Что вы поняли? Борис. Вам необходима срочная госпитализация. Стоп. Если уж госпитализация, то не мне. Не мне, сторожу и бригаде, которая выезжала к месту убийства. Вот. Ты уже звонил? Ты сообщил про вирус? Да, по инструкции. Молодец. Не надо было мне этот труп сюда тащить. Не надо было. Кто ж знал, вы же ни в чем не виноваты. Нет, милый мой. Я как раз виноват. Потому что я настоял, чтобы всем этим занимались амазонки, чтобы дело поручили именно им. Я настоял. Так, слушай, сейчас объявят карантин, никого не будут выпускать. Спрашивать начнут про меня, ничего им не говори. Абсолютно ничего не знаешь, я буду у тебя в лаборатории. Ты меня там запрешь. Нет, подождите, Аркадий Семенович, вам нужно к доктору. Если я сам с этим вирусом не разберусь, никакой доктор мне и не понадобится уже. Почему? Так, потому. Это ж там дикий. Он с места в карьер. Никакого инкубационного периода. Я, видишь, уже с ног-то валюсь. А по процедуре мне положен бокс, анализы. Пока это все будет, пока консилиум, я так могу и не дождаться, знаешь ли. Вот, кроме того, мы не знаем, как эта разновидность вируса себя ведет. Мы не знаем, как она распространяется. Только ли через кровь, или еще, может, воздушно-капельным путем. Может быть. Это надо понять. Срочно.
Я попробую это выяснить. Как же вы собираетесь выяснять что-то? Профессор Андреевский, между прочим, я сам заразил себя сибирской язвой, чтобы изучать заболевание. А мне вон, видишь, как повезло. Жень, дай фотографии. Спасибо. Слушайте, а чем-то у нас пахнет? И правда пахнет. Дезинфекция. У нас на зоне после вспышки туберкулеза также пахло. Туберкулеза? Я ни на минуту здесь не останусь. Еще не хватало какую-нибудь заразу подцепить. Девочки, меня простите, но Гена меня просто не поймет. Покидать научно-исследовательский центр нельзя, запрещено. Как нельзя? Нельзя и все. Девушка, я же сказал, нельзя! Упустила! Я здесь тоже в карантин запрут с вами. Пропусти! Я мужу сейчас позвоню. Да звони! Когда он узнает, какая тут зараза, не захочет за тебя вписываться. Что творишь, как? Что происходит? У нас приказ! Что еще за новости? Какой еще приказ? Ваш научно-исследовательский центр – потенциальный источник заражения. На время инкубационного периода никто не имеет права покидать центр. Так, сколько продлится этот инкубационный период? О продолжительности инкубационного периода вам сообщат. Какой вирус? Откуда? Да что вообще происходит? Кто-нибудь объяснит? Объяснять мы ничего не можем. Нам что говорят, то мы и делаем. Внимание! В научно-исследовательском центре объявлен карантин. Все сотрудники остаются на своих местах. На своих местах? Да, поднимите свой отдел. Это уже случилось. Я заражен. Ну что ж, ничего тут не поделаешь. Исследуй вирус сразу на человеке. На себе самом. Без крыс, без кроликов. Быстро и эффективно. Ничего себе. Слушай, если бы не смертельная опасность, нависшая над Анной, то мы бы никогда в жизни не узнали, что у нее в голове столько знаний хранится. Девочки! Девочки! Пожалуйста, отпустите меня домой. Я домой хочу. Ну что, как там дела? Как вы и говорили, сумасшедший дом. Карантин, никого не выпускает. А как Варя? Чувствует себя хорошо. Слава Богу. Про вас спрашивала. Ты ей сказал, что все хорошо? Ну, я сказал, что не знаю, где вы. Правильно. Так, стой там, стой там! Даже не думай входить сюда, стой там! Профессор прав, находиться здесь опасно. Мы еще точно не знаем, что происходит. Мне плевать. Ну, надень хотя бы маску. Толя, что это вообще такое? Почему так происходит? Да я у вас хочу спросить, что у вас здесь происходит? Откуда у тебя ключи? У меня есть свои ключи. Ты мне слово дал? Я тебя просил? Какого черта? Папочка. Так, не трогай меня, пожалуйста. Я прошу тебя, отойди, сядь туда. Здесь может быть небезопасно. Знаете что? Пожалуй, я лучше уйду. У меня есть кое-какие дела. Ты да. Иди. Вот. Народный способ.
Самые надежные, между прочим. Ни одна дрянь не пристанет. Этим надо растираться? Это надо пить. Закуска-то есть? Это что, спирт? Наичистейший. Да, я верю, что с тобой все будет хорошо. Все обязательно получится. Как там девчонки? Нервничают? А их надо успокоить. Угу. Их надо обнадежить, чтобы они не раскисали. Значит, ты отвечаешь за моральный дух. Да. Я не буду пить. И Лиде нужно сказать, чтобы она не волновалась. Лиде? А что, ей нужно как-то по-особенному сказать? Не надо по-особенному, конечно, нет. Нужно просто ей сказать, чтобы она не волновалась. И всем сказать это. Всем, чтобы сохраняли спокойствие. Я-то сейчас у тебя должен взять анализ крови. Это нужно сделать обязательно. А ты возьмешь остальных девочек. И потом все отдадите Толе. Результаты анализа. Пап, скажи, а как ты думаешь? Сейчас еще же ведутся какие-то, ну, новые серьезные исследования по сибирской язве? Я полагаю, нет. Хотя, ты знаешь, существует масса частных структур, которые могут быть заинтересованы в получении психотропных веществ, новых вакцин и вирусов, а также наркотиков. Ты знаешь, это очень может быть. Спасибо вам, девочки. Вы такие хорошие, милые, добрые. Вот люблю, понимаешь? Я вас так люблю. Тише, тише, тут инфекция одна. Вот что вот я видела в жизни, что известных этих звезд кино и шоу-бизнеса, гениальных поэтов, художников, музыкантов, политиков скукотища. Вот скучно. А теперь трупы, насилие, кровь. Романтика. Варя. Что происходит? По какому это поводу мы гуляем? Внутренняя дезинфекция организма. А где Аркадий Семенович? Почему он к нам не заходит? Почему вы в масках вообще? Так надо. А отец зайдет тогда, когда сможет. Вот это наглость. В одно лицо все вылокали, а про коллег своих не подумали. Может, нам тоже нужна внутренняя дезинфекция? Так, руку свою давай. Кровь возьму на анализы. Это, кстати, всех касается. Какое смешное слово «анализы». Послушай, я не знаю, по каким причинам тебе уделяют такое внимание, но я выполняю просьбу. Что случилось? Папа просил. Мы можем там поговорить? Олечка. Он просил передать тебе, чтобы ты не волновалась. Ты не хочешь мне это объяснить? Что я тебе должна объяснить? Если у тебя есть какие-то вопросы, спроси лучше у него. Что с ним? Что с ним? Он... Он умирает. Можно к нему зайти? Нет. Туда никого не пускают. Но ты же ходишь? Во-первых, я его дочь. У него больше никого нет, и у меня тоже. А во-вторых, это смертельно опасно. Ну куда ты? Туда все равно никого не пустят!
дорогая. Доброе утро, Фрэнк. Спасибо, что ответил. У тебя есть какие-нибудь новости для меня? Что? Мы изучили вашу проблему. К сожалению, нам нечем вас порадовать. У нас нет такой вакцины. Хорошо. Ты можешь мне сказать, у кого она может быть? Попробуй выяснить, Марсель. Хорошо. Спасибо. Пока. Удачи. Так. Сейчас. Поль. Добрый вечер, Поль. Я слышала, у вас есть опытный образец вакцины Кларка, да? Это правда? Да. Но ее еще не испытывали на людях. Понятно? Но у нас положение безвыходное. Если есть хоть один шанс. Хорошо. Я дам тебе 2-3 дозы. Хорошо? Хорошо. Спасибо огромное. Пока. Пап, ну сколько можно работать, а? Ну ты что, ты? Тебе нужно отдохнуть. Как ты себя чувствуешь? Терпимо, терпимо. Послушай, в Марсельском университете есть вакцина, которая теоретически тебе может помочь. А практически? А практически она еще не прошла клинические испытания на людях. Ну, с кого-то надо начинать. А если не сработает? Если не сработает, значит, вы поедите салатику на поминках. Пап, ты чего? Зачем ты так говоришь? Ну, не смешно. Ты знаешь что, Варвара? Что? А похоже, что действительно поедите. Ну, хватит. Ну-ка, присядь. Результаты моих исследований, конечно, еще нужно несколько раз перепроверить. Но это уже, я тебе скажу, это кое-что. Что? Иди сюда, поможешь мне. Давай. Поздравляю. С чем? Никто из вас, то есть нас, не инфицирован. Все абсолютно здоровы, и вирус не передается воздушно-капельным путем. Ура! Мы все здоровы! Это нужно отметить! Анна, если ты заметила, Аркадий Семенович к нам не заходит. И что это значит? Это значит, что никто не заразился, кроме него. И карантин сейчас снимут. Идите, я вам что-то покажу. Это коллективная фотография сотрудников НИИ вирусологии. Вот это Алексей Скворцов, старший сотрудник НИИ. Ты же говорил, что он безработный. Ну, это фотография 10-летней давности. Он уволился во времена всеобщего распада, так как не был энтузиастом и работать за идею не хотел. Наш институт входит в систему Минобороны. Мы много лет ведем научные разработки для этого ведомства. Смертельные вирусы разрабатываете? Да бог с вами. Какой вирус? Все намного прозаичнее. Ежегодные эпидемии гриппа своими многочисленными проявлениями – вот наш главный враг. Что-то не нравится мне этот директор. Говорит нам, а в голове что-то свое крутит. Может, устроим ему допрос с пристрастием? О, Господи, что же вы на человека-то наехали? Ну что он вам такого сделал? Наврал тебе с три короба, а ты и рада. Девочки, ну я вас очень прошу, ну не ссорьтесь вы. Ну хотите, я все узнаю. Вот что мне узнать? Вот кто все знает у нас. Отец трубку не берет, я к нему поеду. Конечно, конечно, езжай. Варь, подожди. А? Можно я с тобой поеду? Занимайся лучше расследованием. Сейчас не время. Если что, я тебе позвоню.
Ну, не знаю, нужно просто у кого-нибудь взять и спросить. Ну, вот хотя бы вот у этого молодого человека. Молодой человек! Я к вам обращаюсь. Ко мне? К вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы знали Алексея Скворцова? Что значит знал? Я его и сейчас знаю. Его больше нет. В смысле, он умер. Вернее, его сожгли. Его сначала душили, а потом сожгли. Господи. Какое несчастье. Я же его видел недавно. Где? Приходил в институт несколько недель назад. Первый раз за 10 лет после того, как уволился. Какая-то справка ему нужна была. Ну что? Самолет из Марселя сел в Беларуси. Аварийная посадка. Но я звонил, вакцину перекинули на другой борт. Самолет уже вылетел. Как он? Иногда приходит в сознание, описывает свое клиническое состояние и снова отключается. Нет, меня уволят к чертовой матери. До этого момента ты не доживешь. А это, между прочим, угроза сотруднику при исполнении. А мы обставим все как самоубийство. Мол, не выдержал наш Коля непосильной работы. Я спокойно вам говорю еще раз. Уходите вон из моей лаборатории. Мне вообще паять надо. У меня все распаялось сегодня с утра. Тише. Это твое окончательное решение? Девочки, я вам еще раз повторяю, что вот это не вирусология. Это есть не что иное, как одна из структур Министерства обороны. Я не могу совершить хакерскую атаку на Министерство обороны. Там сидят не дураки, они же меня быстро вычислят. И это все. Коль, зачем ты нас обманываешь? Мы прекрасно знаем, что тебя вычислить невозможно. Ты лучший. Тебя даже сам Билл Гейтс приглашал к себе на работу. Это правда. Ну, приглашал. Не раз даже. Нас интересует институт нейровирусологии. Ты повтори еще 8 раз это. Все, что связано с секретами разработки. Явки, имена, фамилии. Давай. Так я вас сейчас выгоню отсюда. Вошел. Так, у нас есть несколько минут, пока система безопасности пароли не изменила. Так, вот, значит, НИИ вирусологии. Сейчас мы все узнаем. Так, вот какая-то служебная записка. Исследования по теме биологических наступательных систем возобновились 2 года назад. Вот так вот запросто? 20 лет не велись, а потом взяли и возобновились? Ну вот возобновление исследований связано с тем, что в мире за последнее время появились несколько вирусов непонятного происхождения. Видимо, они имеют в виду, свиной, птичий, бычий и так далее. Так, это не то. Так, вот, в НИИ недавно случилось ЧП. Ведется внутреннее расследование. Кто-то вскрыл хранилище со штаммами секретных вирусов. Несмотря на то, что из хранилища ничего не пропало, наверняка этого утверждать нельзя. А когда это произошло? 3-го числа. Это 3 недели назад. Совпадает с визитом Скворцова. Это точно был он.
Ну, ничего же не пропало. Да нет, ну, достаточно капли, миллиграмма, чтобы возобновить необходимое количество субстанции. А то, что не пропало, это информация от заинтересованных лиц. За такую халатность можно и срок получить. Да, Толь. Слушай, отлично. Спасибо тебе огромное. Девочки, самолет с вакциной приземлился. Я пошла. Раз вакцина против вируса только появилась во Франции и даже еще не прошла испытаний, значит, у преступников ее точно нет? Конечно, нет. А если бы была, тогда пара вирус-антивирус стоила бы гораздо дороже, чем эта сибирская зараза. Наверняка. Я тебе точно говорю, что это именно он был. А я тебе точно говорю, что такого не бывает. Да бывает. Что это? Ань, ты чё такая кислая? Я, между прочим, работаю. И попросила бы мне не мешать. Как успехи? Ну, может быть, удастся что-нибудь по нашему делу в интернете нарыть. Mm-hmm. В интернете? Ну, Лида же говорила, что на их месте она бы все это впарила. И так далее. Ну, говорила. Ань. Что ты там собираешься нарыть? Я вообще-то уже все проверила. Преступники не дураки. Или ты думаешь, они дали объявление? Отдадим. Смертельный вирус, хорошие руки. Да? А вдруг? Дурака учить, что мертвого лечить. А какие к ней претензии? Она поступает так, как считает нужным. Она работает в команде. И что же, она теперь должна по твою дудку плясать, своего мнения не иметь? Она должна понимать, что работает не одна. Впрочем, кому я объясняю? А тебе-то и в команде толку мало. А одна ты тем более ничего сделать не сможешь. Уверена? Абсолютно. Уверена, что я одна ничего не смогу сделать. Исключительно важна сама возможность отразить картину моего умирания. Ну? Клиническую картину. Потом отправишь данные об испытании, о первом испытании вакцины на человек и в университет в Марсель. А, понятно? Сейчас бери ручку, будешь записывать. Я не могу. Никаких не могу. Что это такое ты? Исследователь или размазня? Я размазня. Я не могу. Значит, что? Я сейчас позову медсестру. Тихо. Тихо. Я позову медсестру. Послушай, тебе нельзя вставать. У меня с ней романчик тут закрутился. Она сделает все, что я попрошу. Ты врешь. Врешь. Вот. Если не хочешь, чтобы я умер в ее объятиях, записывать будешь ты. Понятно? Давай живо у меня. Бери руку. Ты поправишься. Слышишь меня? Пиши. Да, я слушаю. Ну и как тебе это нравится? Что бы это значило? Похоже, у нее появился мужик. Да ты что, кто? Не знаю. Она не говорила.
Кто звонил? Да, Максим. Ничего важного. А что же ты в коридор от нас удалился? А тебя что, беспокоит вопрос по воспитанию детей? Да. Да, я слушаю. Нет. Ты это видела? Нет, вот сейчас, кстати, похоже, что звонил кто-то другой. Похоже, похоже. А ты куда? Да так. Отскочу ненадолго. Как тебе это нравится? Ты, между прочим, на работе. Ну, если так хорошо подумать, то сваливать с работы — это, конечно, свинство. Зачем тебе компьютер Лиды? Вот ты дурочка наивная. А про Лиде ты этого не скажешь. Чего бы она со всех ног кинулась на свидание? Она из тех женщин, которые заставляют ждать себя по максимуму. А тут вдруг взяла и побежала. Вот сейчас мы и разгадаем, куда она пошла. Подожди. На самом деле, она еще вчера начала с кем-то бурно переписываться. Я-то думала про любовь, а вы с Варей заметили? Заметили. Только вряд ли это амурные дела. Просит ввести пароль. Пиши Максим. Нет, не пускает. Ну, а ты перейди на латинский и напиши русскими буквами Максим. Получилось? Как тебе в голову пришло? Я на этом собаку съела. Которую из своих четырех? Фу, что за натурализм? Ну вот, никакой любовной переписки. Одни уведомления с виртуальных досок объявлений. Сколько же она здесь объявлений разместила, я не понимаю. Ну, да я. Это я придумала, так нечестно, да я. Сейчас посмотрим, что за объявление. Продается вакцина от мутагена, возбудителя сибирской язвы на основе штамма АМЕС. Подожди, откуда у нее вакцина? Она что, ее у Вари отлила? Она в пекло в какое-то влезла. Ее спасать надо скорее. В любом случае, вперед за Лидой. Жди меня здесь. Это вы мне звонили? Как докажете, что именно с вами я разговаривала? Что? О чем вы? Покажите мне вакцину. На 5 шагов отойди. Вы одна? Как мы и договорились. Я редко бываю одна. Только если сама этого хочу. Ты денежные знаки покажи для начала. Деньги в гараже. Вот и сходи туда. Потом поговорим. Только давай быстрее, а то у меня со временем очень туго. Дайте мне вакцину, я должен ее проверить. Слушай, ты меня что, за лохушку держишь? Я прошу вас, пойдемте со мной. Или дайте мне вакцину. Можно ли определить местонахождение человека по мобильнику? Если он выключен. Срочно. Давай прямо сейчас. Стоп, подожди, давайте по одному. Лидка пропала. Если мы ее не найдем, ее шлепнут. Где деньги? Тебе они не понадобятся. Так. Ты рассчитал свои силы, Супермен. Что, еще не наигралась в крутую тёлку? О,
Толя, Лида сама не объявится. Ну что я могу сделать, скажи? Давайте как в старые добрые времена, идите ножками-ножками. Я так могу сказать, что судя по последнему сигналу, радиус, которому надо искать, примерно, ну, километр на километр. Котёныш! На тебе! Там находится. Ну, тебе скажу. Жилые дома, гаражи. Ну, вот, новый торговый центр. Торговый центр. Может быть, у меня там встреча в кафе? Я всегда так делаю. Коль, спасибо. Что, решила денежки по лёгкому срубить? Это тебе Лёха рассказал про наши дела? А? Что хочешь сказать, не знаешь никакого Лёху? И откуда ж ты взялась-то? Было приходить сюда без оперативного прикрытия. Теперь я понимаю, почему МВД у нас в глубоком кризисе. Берет на работу таких, как ты. Черт, так вот же. Что вот же? Ну, гаражи. Это же те самые, скворцовские. Как я раньше не догадалась. Магазины эти твои, они тебя гипнотизируют. Прощай. Стоять! Не дергайся! Давай! Не рыпайся! Держи! Давай, давай! Русики давай сюда! Ты как? Выводим! Выводим! Теперь не очень. Давай, не мешайся! А ну, все, выводим, выводим его! Ребят, хлеб принесите, а! Что тебе болит? Да вы как здесь оказались-то? Мимо проходили. Коля сказал, что вы направились в торговый центр, я сразу поняла, что вы ошиблись. Как ты могла? Я не понимаю! Почему одна-то вообще решила? Да! Ты же сама сказала, что я одна ничего не смогу сделать. Ты решила доказать, да? Может, развяжете меня? Ой, прости, пожалуйста. Прости. Зачем вы сюда пришли? Все. Без вас бы прекрасно справилась. Да неужели? Все, девочки, ну хватит ссориться. Как ты его вычислила? Аня натолкнула меня на идею с этими объявлениями. А я уже решила продавать через них именно вакцину. Да мало ли кто мог позвонить по этому объявлению. Ну да, многие звонили. Я их всех отправляла в гараж к Скворцову. Но они не понимали. Я их отшивала, пока этот вот не позвонил. Сколько человек насчитывает ваша группа? Зачем вам понадобился этот вирус? Где и когда должна произойти сделка? И кому вы хотели его продать? Если вы нам расскажете правду, мы вас отпустим! А что?
Я бы отпустила. Вам очень плохо. Очень. Он инфицирован. Симптомы такие же, как у отца. Процесс вошел в последнюю стадию. Слышал? Не расколешься, сдохнешь. А у нас есть вакцина. Не надо, я все расскажу. Леха, точнее Алексей Скворцов, взял вирус в закрытой лаборатории бывшего своего НИИ. С какой целью? Чтобы продать в одной из восточных стран. За что же вы его так? Он вам товар достал. Он заразился. И чтобы себя обезопасить, мы его ликвидировали. Ну и что, продали вирус? Нет, мы только договорились с покупателем. А когда состоится встреча? Завтра. Так, пиши. Имена, телефоны. Кто будет на встрече? Пиши, пиши, все! Ого! Хотите посмотреть, кто тот мужик с тачкой, что у Литки появился? Не может быть! У Вареньки злая мачеха, воровка-рецидивистка. Не смешно. Зато как в сказке. Угу. Чем дальше, тем страшнее. Директриса – это такая крыса, которая бегает по классу. Пролоб! Здравствуйте, Капитолина Васильевна. Здравствуйте. И что это? Это граффити. Элемент молодежной культуры. Вам не нравится? Еще одна подобная выходка, несмотря на то, что учебный год подходит к концу, никакие деньги твоего папы не помогут. Да у него папа на Барбадосе. У него съезд девелоперов. Можно его не беспокоить? Можно. Бежишь к завхозу, берешь растворители тряпки, чтобы через полчаса этого ничего не было. Кариночка, что случилось? Вера! Может быть, ты объяснишь, что происходит? Наш учитель... Артем Викторович, он пытался изнасиловать Карину. Семен Борисович, подождите, прошу вас. Давайте обойдемся без лишнего шума. Послушайте, вы сами себя-то слышите, нет? Вы слышите, что вы говорите? Без лишнего шума этот подонок чуть не изнасиловал мою дочь. Он не изнасиловал. Не изнасиловал. Надо же разобраться во всем. Хорошо, давайте разберемся. Вот я с вами со всеми и разберусь. Семен Борисович. Я сейчас же еду в следственное управление милиции. Я думаю, там будет многим интересно узнать, что в одной из самых дорогих школ детям преподавал маньяк, педофил. Так что на вашей карьере будет поставлен крест. Не смейте его выгораживать. А лучше задержите до приезда милиции. Вот тогда, может быть, я вас пожалею. Он не педофил. Не педофил. Так. У нас
новое, срочное дело. И при том... Смотри внимательно. Деликатное. Понял? Значит, учитель истории одного из элитных московских лицеев пытался... Одного из московских элитных лицеев... Удобно? А? Ну и отлично. В папке его личное дело, Варя. Значит, учитель истории одного из элитных московских лицеев пытался изнасиловать свою ученицу. Дочь крупного банкира. Вот так. Банкир и дочь, они сейчас здесь, в кабинете у Осипова, пока дожидаются. Предполагаемый насильник тоже доставлен. Надень уши. В общем, все здесь. То есть работать можно начинать и делать это в темпе. Вот негодяй, а! Когда у меня появятся дети, я ни за что не отдам их в школу. Должна вам сказать, что у этого учителя истории прекрасный послужной список. Ни в чем компрометирующем замечен не был. Весьма порядочный педагог по бумагам. Угу. Знаю таких порядочных. На зоне их очень много. У кого не спроси, все порядочные. Сплошная интеллигенция, можно сказать. Ну, прекрасно. Раз ты так разбираешься в типажах, то и допрашивать будешь. Учитель истории ты. Я смотрю, Лида у нас уверенно поднимается по служебной лестнице. Несмотря на то, что мужчин в зоне она видеть не могла, потому что мужские и женские колонии у нас раздельны. Какой типаж есть знаком? Непонятно. Допросите вместе. Это значит, Варвара с Анной займетесь потерпевшей и свидетелями. Понятно? Все, за работу. А мне что делать? Здесь торчать? А, нет, 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 нет. Здесь торчать ты, конечно же, не будешь. Мне кажется, тебе нужно отдохнуть от женского общества. Тобой займутся Толя и Коля. Замечательные ребята. Они наслышаны о твоем поэтическом таланте. Вот и почитаешь мне свои стихи. Учеба в школе вообще-то закончилась уже. Сейчас идут экзамены. Я сидел в классе, готовился к консультации. И вдруг пришла Карина. Она попросила помочь ей разобраться в теме, которую она не поняла. Вела она себя очень странно. Но я как-то не обратил на это внимания. Что вы имеете в виду? Ну, понимаете, как-то блузка у нее, что ли, слишком откровенно была расстегнута. Она старалась прижаться ко мне поближе. Ну, в общем, флиртовала. Я пришла к Артему Викторовичу, чтобы он помог мне готовиться к экзамену по истории. Я пришла... Сел за парту и начала писать. И он подошел ко мне и сказал, что я допустила ошибку. И сел рядом. Потом он сел еще ближе. Мне стало не по себе, и я отодвинулась. Ну, вообще, Карина уже давно относится ко мне не просто как к учителю. То есть, когда она сдает там какие-то экзамены письменные, то там сердечки пририсовывает, пишет разные глупости. Однажды даже она проследила, где я живу. Я списывал это все на какую-то подростковую влюбленность и не знал, что все это так далеко зайдет. А потом Артем Викторович обнял меня. А как ты отреагировала на это? Ты сопротивлялась или закричала? Нет, я практически ничего не помню. Я была не в себе, ничего не соображала. Помню только, как я... бросилась к двери, но он переградил мне дорогу, запер дверь и спрятал ключи в карман. Карина вела себя все настойчиво, я попросил ее уйти. И она ушла? Нет, она потребовала серьезного разговора. Потом я попыталась закричать, но он закрыл мне рот рукой и начал меня раздевать, и порвал на мне вот эту блузку. А вот свидетели говорят, что никакого разговора между вами не было, а была агрессия с вашей стороны. Свидетели? Да, у нас есть свидетели. Это Вера, подруга Карины. Потом в дверь постучали, и я снова попыталась закричать, но
опять закрыл мне рот рукой, и я боялась, что тот, кто за дверью, уйдет. Но постучали снова, и он отпустил меня. Просто взял и отпустил? Он угрожал мне, запугивал, сказал, что мне никто не поверит, потому что у него блестящая репутация, но все равно отпустил. На руках Карины обнаружены множественные царапины. Как вы можете это объяснить? Когда она не вышла, я повторил свою просьбу более настойчиво, требовательно. Она разозлилась, стала кидать меня учебниками. Я взял ее за руку и вывел из класса. Наверное, она сопротивлялась, я ее поцарапал. Ты все-таки решилась рассказать обо всем. Когда я вышла, я встретила одноклассницу Веру. И она сказала мне, что не надо бояться преподавателя, что все надо рассказать. Мне было так плохо, так... Все довольно. Моя дочь вам все рассказала. Ей плохо. Да-да, конечно. Вы можете идти. До свидания. Всего доброго. Это все, что останется после меня. Может, еще стихи. Ты же пишешь. Тебе прочитать что-нибудь из себя? Угу. То есть нет. А ты можешь мне стихотворение написать? Ты меня как-то не вдохновляешь. Ну, в смысле, не мне, а кое-кому. И как бы от меня. А, это можно. А ты мне что взамен? Ну, не знаю. Хочешь, труп покажу? Да ты можешь даже его потрогать. Только ты от всей души напиши. А я тебе такое покажу, закачаешься. Давай что-нибудь попроще. Попроще? Ну, можно внутренние органы. Фу. Я, пожалуй, пока просто картинки посмотрю. Опа! А только не только трупы. О, так, это личное. Давай сюда. Нам, детям, свойственно любопытство. Это есть стихотворение? Будешь задавать много вопросов, расчленю. Ладно. А это что такое? Крыса. И что, сдохла? Ну... Прямо как у Гекльберри Финна. А можешь мне ее отдать? Могу. А стихи будут? Значит так. Ты медлухую крысу? Я тебе стихи про розы, мимозы. Только крысу вперед. И вдохновение. Ах, Варя, Варя, Варя. Вера, каким образом ты оказалась возле кабинета истории? Ну, я знала, что Карина идет проконсультироваться с историком. А я хотела поболтать с ней о выпускном. Ну, когда я подошла к дверям кабинета, я услышала шум. А что это был за шум? Я услышала грохот. Стучала в дверь. Шум смолк. Но ты все равно осталась. Да, я почувствовала, что за дверью что-то происходит. Тогда я опустилась на колени и заглянула в замочную скважину. И что ты там увидела? Ну, сначала я увидела только Артема Викторовича, который стоял у двери. А потом... Потом он отошел, и я увидела, как он схватил Карину, повалил ее на парту, за которой мы учимся, и стал рвать на ней блузку. Я вообще хотел уничтожить репутацию этого лицея. Но потом подумал, что огласка всего этого может болезненно отразиться на моей дочери. Я вас понимаю и искренне сочувствую. Но я надеюсь, этот историк получит по полной программе, по максимуму. Вы знаете, я от вас скрывать не стану, что историк опровергает все обвинения, подонок. Но
Однако все улики против него, и что немаловажно, есть свидетель. Так что я предлагаю вам... Давайте ничего не будем предпринимать заранее. Дождемся окончания следствия, хорошо? А чего тут расследовать? Чего не ясно? Этот мерзавец должен сидеть в тюрьме. Ну, а там уж с ним разберутся. Максик, скажи, это правда, что ты, ну, там стихи можешь писать? Кажется, я становлюсь популярным. Слышь, популярный, ты не мог бы мне несколько строк написать, ну, о любви там? А тебе зачем? Я там, ну, ухаживаю за одной девушкой. Так-так, а мне что будет за это? Смотри, мы тут следили за одной дамой, и камеру установили в женской раздевалке в фитнес-клубе. Ну, эта дамочка, она сливала информацию конкурентам о своей фирме. Даму-то поймали, а вот камеру мы оставили. Ну, приказа же не было. Хочешь посмотреть кусочек? Да. Внимание на экран. Давай, давай, давай. Ты куда пришла? Облом. Слышь, Пушкин, как насчет стихов? Потом он отошел, и я увидела, как он схватил Карину, повалил ее на парту, за которой мы учимся, и стал рвать на ней блузку. Она была так беспомощна. Я продолжала стучать в дверь, хотела кричать. Но вдруг дверь открылась, и из нее выбежала Карина. Я побежала за ней. Ну что же, если верить этой Вере, то дело совсем несложное, вам и напрягаться не пришлось. Думаю, что не стоит торопиться. Что-то здесь не вяжется. Не вяжется? Что конкретнее, объясните. Не похож этот учитель на насильника. Лида, здесь обсуждать нечего. Таких уродов в школу полны-полно. Они тут для этого устраиваются. А вот из молодых-то кто пойдет работать? Еще такой модный, симпатичный. Приставал он к девочке. В этом даже сомнений нет. Вот подумай сама. Молодой, красивый мужик. Но не похоже, что у него проблемы с женщиной. Слушай, а ты правда, Макс, талантливый парень? Обращайтесь еще. Лицо. Ты что делаешь, а? Ты что делаешь? Это личная папка. Разблокировать можно только с помощью моего пароля. Я тебя сейчас выпарю с этим паролем, Макс. Быстро вводи пароль. Ты понимаешь, что это личное дело? Было личное, стало публичное. Ты что, шантаж? Я не понимаю. Да, шантаж. А как ты к Варваре домой пробрался? А это не твое собачье дело. Если не расскажешь мне, придется рассказать ей. Максик. Ты пойми, что я пришел поздравить тебя с Международным женским днем. Незаметно, тихонечко поставил микрокамеру. Ну, это секрет. Ладно, сохраню его. Но ты мне тоже поможешь. Если не хочешь, чтобы все узнали о твоей слежке за коллегами. Давай, что тебе надо? А вообще мне этот Артем нравится. Такой холеный, симпатичный. Неужели такой симпатичный мужчина может быть преступником? Да вы только посмотрите, как он одет с иголочки. Сорочка Бартини Ани, ремень Анчетти, ботинки Эдвард Грей. Боже мой. Я бы такое количество иностранных слов просто бы за год не выучила. Ну, ты у нас просто полиглот. Да. Не кажется ли вам странным, что у этого Артема Викторовича ни одной ссадины, ни одной царапины на теле? Карина сказала, что между ними была борьба, при этом на ее теле ссадины, царапины, блузка у нее порвана, а с ним все отлично. Девочки, если вы посмотрите на Карину и учителя, то вы заметите, что это Мэй и Жо. У них разные весовые категории, поэтому и не может быть никаких царапин. Камера, видеонаблюдение две штуки, подслушивающее устройство две штуки. А зачем тебе это, малыш? А это, как ты говоришь, личное.
Не дашь, сам понимаешь. Пойду расскажу Крестовскому, что творится в доме его дочери. Много, две. Две. Так. Так, раз. Два. А? Ну, держи. А, сначала пароль. Все. Теперь держи. Террорист. Ой. Ах, Варя, Варя, Варенька. Молодой еще. Ну ладно. Сидите. Хватит с меня ваших этих женских улик. На меня давит отец девочки, я его понимаю. Давайте быстренько здесь подводите итоги и закрывайте дело. Попытка изнасилования, к счастью, оказалась неудачной. Угу. Все, работаем. Давайте-ка не будем делать поспешных выводов. Да. Нужно осмотреть место преступления. Нужно обязательно. Так что отправляйтесь в лицей и вот этого поэта Невыча с собой прихватите. Угу. Сам по себе. Как ты дверь открыл? Ловкость рук и никакого мошенничества. Вот я сейчас сижу за этой партой, на которой, по словам свидетеля, была совершена попытка изнасилования. И никаких следов. Коллеги дают о нем только положительные отзывы. Маскируется. Смотрите-ка, что я нашла. Похоже, что у него были планы. А вот еще. Мечтал поехать к морю. И встретить там свою настоящую любовь? У миллионов землян такие же планы. Вообще, на самом деле, он очень хорошо жил для простого учителя. Костюмы дорогие, на домик возле моря настраивался. Будни. Сплошные будни. Урок. Еще один урок. Консультация для 11 Б сегодня. Ну, а что ты думаешь, он еще мог оставить в своем ежедневнике? Ну, не фотографии же девочек. Только расскажи, зачем тебе забрели? Пустят за хомячка. Зеленый патруль. А хомячок-то жив? Скорее, мертв. Он у них болел, я ему дала таблетку аспирина. А хомячок не сдюжил. Так мы с тобой одной крови. Смотри, что у меня есть. Вот. Класс. Дохлая. Это еще не все, что у меня есть. Подождите, вот здесь. Консультация должна была начаться через 10-15 минут после того, как все произошло, по словам девочек. Если, конечно, что-то и произошло, в чем я лично сильно сомневаюсь. Стал бы он все это устраивать, зная, что через 10-15 минут здесь будет полный класс школьников. Это нужно быть не просто извращенцем, а полным идиотом. Или он просто разошелся и не смог остановиться. Аня, ой. Ну,
получилось? Ага. Кажется, никто не заметил. А как мы это увидим? Объясняю. С этих камер и жучков все полетит на сервер к маме на работу. Там мы все и увидим. Здорово. Самое интересное выложим в интернет. Это будет настоящая месть. Я тебе очень благодарна. Держи, это тебе. Что это? Это бирка с трупа. Где ты ее взяла? Я живу около больницы. Мы с девчонками поспорили, что я ночью проберусь в морг. Круто. Знаешь, что у крысы внутри? Конечно, хочу. А что ты хотела видеть? Ну-ка, расскажи о себе. Двоечница, асоциальное поведение, склонность личности. Противопоставлять себя к миру. Тогда молчи. Давай. Чтоб тебя не спросили. Я бы сначала все проверила. Вытри губы. Зачем? Надо. Всю парту общупала, ничего не нашла. А что ты хотела найти на парте? Максим, нам пора. Мама, можно Маша с нами пойдет? Смотри-ка, молодец, зря времени не терял. Когда это ты уже успел с Машей познакомиться? Только что. Она тут лучшая ученица. С ребятами математикой занималась. Привет. И часто ты помогаешь двоечникам с учебой? Каждый день. А ты случайно не слышала какой-нибудь шум из кабинета истории сегодня утром? Слышала, какая-то возня была. А потом смех. Смеялись девчонки. Потом 11-классникам консультацию отменили. А директрису куда-то историка увела. Так ты у нас, получается, тоже свидетель. Но поедешь с нами. Интересно. Девочки, а подойдите сюда, ко мне. Подойдите быстрее. Посмотрите в замоченную скважину. Посмотри. Вера говорила, что она видела, как учитель порвал блузку на Карине. И что все это происходило за той партой, за которой я сидела. Но этого не может быть. Потому что в замочную скважину этого просто не видно. Не видно. Да. Похоже, нам нужно еще раз поговорить с Верой. Вера, может быть, ты хочешь в чем-нибудь признаться? В чем? Например, в том, что не было никакого изнасилования, и что вы с Кариной все это придумали. Мы ничего не придумывали. Все было так, как я и говорила. Мы провели экспертизу. На блузке Карины сначала были сделаны разрезы, а уже потом она была порвана. У кого-то не хватило силы ее порвать. И уж явно не у Артема Викторовича. Если бы он был тем мерзавцем, которого вы пытались из него сделать, у него бы сил хватило. Я не понимаю, о чем вы говорите. Так, послушай, девочка, эта фраза из кино не работает. А хочешь, я расскажу тебе, как все будет, если вы с Кариной все это придумали, а ты нам сейчас же об этом не расскажешь? А мы все равно докопаемся до сути. А потом обвиним вас в клевете. Отец Карины богатый человек, он сможет нанять для своей дочери лучших адвокатов. И ей ничего не будет. Небольшой штраф. Да, а вот ваша семья живет куда скромнее. Так что тебе придется отвечать за свою клевету по полной программе. В тюрьму хочешь? У нас есть свидетель, который слышал, что в кабинете истории кто-то смеялся. Как раз тот момент, когда якобы Артем Викторович пытался изнасиловать Карину. И в замочную скважину ты не могла видеть, как учитель рвет на Карине блузку. Потому что мы были на месте преступления и смотрели в ту самую замочную скважину. Вера, пора говорить правду. Да, действительно. Итак, Карина уговорила мне ее помочь. На, держи. Я говорила вам все, как она просила. Но зачем? Понимаете, Карина давно влюблена в Артема Викторовича. Просто проходу ему не давала. А он ей однажды сказал, что лучше бы она об учебе подумала, чем придумать всякие глупости.
Это при всем классе, представляете? В общем, над Кариной стали смеяться, издеваться. Но с того момента любовь ее исчезла, и она решила отомстить учителю. В общем, Вера, напиши, пожалуйста, все это на бумажке. Сама. Я не понимаю, зачем нас снова вызвали? У нас есть новая информация по поводу случившегося. Ну я так и знал. Карина не первая жертва этого подонка. Карина вообще не жертва. Я бы даже сказал наоборот. И учитель не трогал вашу дочь. Наслушались его сказок. Я хочу поговорить с генералом Осиповым. Немедленно. Слышите, немедленно. Прошу вас, успокойтесь. У нас есть показания Веры. Она призналась в сговоре с вашей дочерью, чтобы оклеветать учителя. Вера. Так это ты, поганка, все придумала. Ты всегда завидовала моей дочери. Я правду говорила. Это все Карина придумала. Я не хочу в тюрьму из-за вашей дочери. Ну-ка, тихо. Ну-ка, раскопайтесь сейчас. Прекрати. Карина, это правда? Я задал вопрос. Да, это правда. Я все придумала. Никто не смеет обращаться со мной так, а он унизил меня. Замолчи. Дома поговори. Вот. Я так вам благодарен. Спасибо вам огромное. Так. Девушек благодарите. Это они докопались до сути дела. Кто только придумал, скажите мне, анекдоты про женскую логику. Ага, спасибо. Вам нужно хорошенько отдохнуть. Вы собирались снять домик у моря? А с чего вы взяли? Мы нашли проспект по аренде домов у вас на столе. Это одного из учеников. Знаете, дети хвастаются иногда друг перед другом. Отобрал на уроки. На зарплату преподавателя, конечно, не пошикуешь, но отдыхать я все равно поеду в деревню. Там такая красота. Озеро, рыбалка. Да, правильно. Перед началом учебного года прекрасный отдых. Да. Но вряд ли я вернусь в лицей снова. Ну почему же? Обвинение же снято. Ну да, ну это вот как в поговорке. То ли он украл шубу, то ли у него украли шубу. Будут шептаться, пойдут слухи, сплетни. Я этого очень не хочу. К тому же давно хотел дописать диссертацию. Я этим и займусь, собственно. Да. Все. Скажите, а что будет с девочками? Вот с Кариной, с Верой? Им светит статья за клевету. Посадить не посадят, конечно, возраст. Но штраф будет немаленький. И их, скорее всего, исключат из лицея. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну и чё? А где наш друг Максим? Запер его, что ли? Нет. Разве он не у тебя? У меня? Я ему чё, в няньке, что ли, нанимался? Строили сначала здесь женский клуб, потом детский сад. Давайте родильное отделение откроем теперь. Прежде родильного отделения нужно добиться успеха у девушки. Анатолий, все, что связано с успехом у девушек, это явно не про нас с вами, Анатолий. В этом я и не сомневаюсь. А кто, по-вашему, успешен? Ну, я думаю, что успех связан с именем нашего непосредственного руководителя. Я почему-то так и думал. Кто жертва? Ну, а кто может вызвать непосредственный интерес ученого-исследователя? Моих трупов и крыс я исключаю. Так. Евгения. Но? Не в его вкусе. Остаются Анна и Лидия. Горячо. Анна... Нет, Анна исключено. Так. Она для Крестовского главная часть эксперимента. Ее даже он понять не в силах. And the Oscar goes to... Лидия! Yes! Yes! Кого мог подумать? Такая неприступная, да. Заботливая мать. Да. Хотя сын ее еще тот фрукт. Это точно. Ага.
Я вижу, Макс, тебя разозлил. Да нет, ну просто такой непростой парень и любопытный. Ты все, я свой нос туда, куда не следует. Шантажист. Ну и тебя тоже. Что тоже? Ну, в смысле, достал. А? Ну, я, конечно, сделал подарочек. И о моем сюрпризе он долго будет помнить. Если заикаться не начнет. А здорово, что мы с тобой познакомились. Ну что ж, я все подготовила для вскрытия. Начнем? Ты же не делал. Ой! Какая хорошенькая. Не понял. А с чего это она вдруг живая? Ну, Толя, я тебе устрою публичную казнь. Можно я ее с собой возьму? Крысу-то бери. Только что ты с ней делать-то будешь? Этих уродов одноклассников буду ей пугать. Кстати, хочешь посмотреть, что они делают? Давай. Так. Не понял. А почему ничего не видно? Ну, ребята. Добрый день. Да вы не переживайте. Я вам ничего не сделаю. Наоборот, у меня к вам очень выгодное предложение. Да? И какое же? Вы знаете, я хотел бы вас спросить отказаться от иска и простить девочек. Карина очень молода. Судебное разбирательство, оно может сильно повлиять на ее психику. Я все понимаю, но мой-то иск, ладно, дело уже в милиции. Я не могу его оттуда забрать, они пустят его по инстанциям. Ну, вы понимаете. Ну, вы не переживайте. Если вы откажетесь от претензий, я смогу замять дело. Я все улажу. Да, я слышал, вы уезжаете. Надеюсь, эта сумма, она поможет вам забыть обо всех обидах на новом месте. Мне кажется, вы правы. Ни к чему травмировать детскую психику. Да. Ну что ж, приятно иметь дело с умным человеком. Всего вам доброго. Красивый. Я 2 часа выбирала. Ну да, еще бы красиво. В этом магазине нет ничего дешевле $1000. Побегу я. Мне еще прическу делать. Да-да. Пропала. Ну, исчезла с самого утра, хотя я категорически запретил выходить из дома. Извините, вот я поэтому вам и позвонил. Скажите, я могу посмотреть ноутбук? Конечно, конечно, смотрите. Вы, конечно, обзвонили друзей Карины?
Разумеется, но никто ничего не знает. У них сегодня выпускной. Она давно приготовила себе какое-то необыкновенное платье. И вот исчезла. Нет, с ней что-то случилось. С ней что-то случилось. Вы позволите? Да. Так, давайте не будем паниковать раньше времени. Скажите, у Карины были деньги? Нет, я лишил ее карманных денег. А ваша жена? Ну, может быть, она как-то пожалела дочь? Это исключено. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Посмотрите-ка, что я нашла. Ваша дочь вчера совершила через интернет покупки на довольно приличную сумму. Способ получения лично на складе. Что вы на это скажете? Черт возьми, этого не может быть. Откуда у нее такие деньги? Хотите посмотреть? Вот, нехиленькая сумма. Столько всякого пляжного барахла. Причем не дешевого. Я тоже так делала, когда Гена говорит, полетели куда-нибудь на пару дней. А потом мы летим в Норвегию. Знаете, кстати, Вера тоже шопоголит, ого-го. Я ее только что возле бутика встретила. Она скупает платье не меньше, чем за $1000. А у нее-то откуда такие деньги? Ну все, девочки, держитесь. Помните, тот проспект на столе учителя по аренде домов, а? Но она все про него объяснил, сказал, что собирается в деревню. Так вот, я была в том самом агентстве. Ну откуда тот проспект? Красиво у них там было все написано, хотела Гене предложить. Аня, а? Не отвлекайся. Хорошо. Так вот, я и про учителя там все рассказала. Описала его, ну, так, ну, чтобы было о чем поболтать. Так вот, они мне сказали, что он снял домик на берегу озера Комо в Италии. Нормально? Ну и что? Мы же прекрасно понимаем, что отец Карины заплатил ему за мировую. А то, что домик он выбирал не один, а с очень молодой и красивой девочкой. Дальше продолжать? Так, все ясно. Надо срочно дать ориентировку. Варь, по Москве и области. Сейчас. И в первую очередь транспортную милицию. За мои шутки плохи. Ну, что? Удалось что-нибудь узнать? Мы нашли рейс, на который они купили билеты. Надо успеть их перехватить. Наша версия такова. Учитель истории вместе с Кариной придумали этот план, чтобы вытянуть из папаши деньги. По деталям пока не ясно. Подождите, вы что, хотите сказать, что они заодно? Именно. И, возможно, по любви. Правда романтично. Тут уже момент. Довольно тонкий. Не просто будет доказать мошенничество. Карине уже 16 лет. Она отвечает за свои поступки самостоятельно. Я кое-что узнала об этом учителе. Что? Он уже не первый раз пользуется этим тонким моментом. Так что мне нужно успеть поговорить с Кариной, а дальше пусть она уже решает сама. Так, едем. О. У нас
получилось. Ты великолепно сыграла свою роль. Я поверить не могу. Мы вместе. Солнце, море, ты и я. Пальмы, песок. Поездка отменяется. А почему, собственно? А Карина со мной едет добровольно? Угу. Добровольно? Карина и поедет с вами добровольно, но сперва она выслушает меня. А. Сначала. Ага. С Артемом Викторовичем добровольно от своего мужа-миллионера сбежала Оксана Прохан. Они 2 недели скрывались на острове Гранд-Кайман. Затем Артем Викторович за довольно небольшой денежный перевод сообщил мужу о местонахождении его жены. И исчез. А я любил Оксану? Ну, в этом никто и не сомневается. После чего Артем Викторович попросил вдову крупного чиновника купить ему домик в Ялте. После того, как домик был куплен, любовь Артема Викторовича внезапно исчезла. Я, конечно, понимаю, 30-летнему мужчине очень тяжело, долго и страстно любить 60-летнюю вдову. Но ее сердце, к сожалению, до сих пор страдает. Вот. И в довершение всего я хотела бы заметить, что Артем Викторович влюбляется исключительно в барышню с приданным. Карина. Подонок. Ну что ж, поеду один. Удачи вам, девушки. Что? Как поеду? Подождите, вы... Гони. Мы вот так вот будем стоять и смотреть и позволять ему обманывать несчастных женщин? Мы сообщили номер его рейса отцу Карины. Поэтому его поездочка не будет такой приятной. Да. Ну, пойдем? Пойдем. Ты уже прочитала, что я тебе написал? Ребят, я извиняюсь, я, наверное, не вовремя. Я просто, Варечка, хотел тебя спросить, ты там получила то, что я тебе оставил? Угу. Ребят, спасибо вам большое, только кто у кого списал? В смысле? Ну, в смысле, письма-то 2, только текст везде одинаковый, причем Агния Барто. Какой Барто? А, нет, это... Максим. Вот, проходимец малолетний, только появись. Он у меня появится, я просто ему ноги повыдергиваю, и все. Подожди, ты Варе тоже письмо написал? Это ты тоже Варе письмо написал. Пойдем. Пойдем сказать. Как ты? Дису, как ты? Поступи так. Мы же друзья. Да. Веселый. У меня брат сможет получиться. Защищайтесь, миледи. Я к вашим услугам. Я имею честь напасть на вас. Где вы пропадали? И не там ли пропадал мой отец? Какого черта? Он был в командировке. Здоровье племянника. Какого еще племянника? Любимого племянника. Волчий капкан. Больная нога. А сигареты друг. Что вы вообще несете? Племянник. Какой-то капкан. Какие сигареты друг вообще? А? Анечка,
стыдно не знать классики. А что тут вообще происходит? Девушки выясняют отношения. Лучше посмотрите, какая прелесть. Новая коллекция. Купила себе спортивных костюмов. Причем дешево, всего за 20 тысяч рублей. Целых два штуки. Нравится? А? Надо было 4 брать. Товарищ полковник. Товарищ подполковник. Привет. Приветствую. Сколько ж мы не виделись-то? Присаживайся. Ну что, как дела? Как Ленка? В каком она классе? Да, действительно давно. Ленка уже в университете учится. Замуж собирается. Господи. Ты сам как? Я нормально. Пишу, преподаю, изучаю. В общем, служу вроде бы. Вот. Здравствуйте. Да, Глеб Евгеньевич. Надеюсь, вас представлять друг другу не надо? Мы знакомы. Прекрасно. Черт, ты мне сережку сломала. Лид, ты это, ты не волнуйся, да? Не знаешь, какой это ювелир хороший есть? Он мне столько украшений починил. В общем-то, я тут, через дорогу. Я в солярий. Сбегаю, а? Пока вы тут. А я приду, подеремся, да? Чем же, собственно, наша скромная организация, наш небольшой коллектив вызвал такой интерес высокопоставленного работника Интерпола, а? Нужна помощь в одном скользком деле. Только у вас, кроме скользких, никаких других дел и не бывает. Чаю? Можно воспользоваться? Компьютером, бога ради. У меня же нет секретов от Интерпола. Позволите? Очень интересная книга. Обрати внимание на тираж. Хорошо. Так грубо обходиться чужими драгоценностями. Нормальные девушки бережнее относятся к бриллиантам. А это у нас семейное. Нормальные девушки в нашу семью не вписываются. А я пока и не претендую. Аркадий, взгляни. Уже 3 года мы работаем по одному французскому ювелиру, скупщик краденого. Действует с размахом. Международная сеть, свои люди в крупнейших ювелирных домах, аукционах. За эти годы через его руки прошло краденных украшений на десятки миллионов евро. А вот теперь его заинтересовала Россия. Ну, значит, дождались. В России я курирую следствие. Понятно. Взять его мы не можем. Он очень осторожный. Все делает чужими руками. Но вчера нам повезло. Мы записали его телефонный разговор с Москвой. Он интересуется, как здоровье бабушки. Ему отвечают, что старушка здорова, окружена толпой родственников. И тот человек, который отвечает, говорит, что может доставить старушку в Париж через 2-3 дня. Старушка – это какое-то ювелирное украшение, а толпа родственников, следовательно, это охрана. Именно. Старушка – это рубиновое колье 18 века. Родственники, работники ювелирного дома «Меркурий». А ты что, уже слышал об этом деле? Нет, нет. Интуиция. Дело, как ты понимаешь, очень серьезное. Нужны твердые факты и доказательства. Я бы не стал полагаться на догадки и интуицию. Глеб, дело-то в том, что это метод. Научный метод. Работающий. Зарекомендовавший себя на практике очень хорошо. Метод, поверь. Мужчины уже несколько лет ловят и не могут поймать этого мусье. Может, с помощью твоих барышень нам удастся к нему подобраться? Может быть, может быть. Наша задача – взять грабителя с поличным.
Это дело амазонок. Брагин и я займемся перевербовкой грабителя при помощи угрозы большого срока. И потом с помощью него постараемся выйти на француза. В момент передачи ему колье. Хотя бы примерно известно, кого француз собирается использовать в качестве грабителя. Нет, поэтому он до сих пор и не попадался, что пользовался услугами только хороших специалистов. Но мы знаем, что теперь такой отыскался. И должен он будет действовать в кратчайшие сроки, так как колье будет находиться в Москве всего лишь неделю. Если не найдется покупатель, его перевезут в Токио. Ну, а такое развитие событий нас очень устраивает. Понимаю, что устраивает, но я бы на него не рассчитывал. Нам нужно поговорить. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Лидия. Я сейчас немного занят. Стоимость 1,5 миллиона евро. Застрахована в крупнейшей международной компании. Бронированное стекло. 4 видеокамеры. Автоматическая система слежения. Ночью в сейф. Украсть его невозможно. Если найдется покупатель, то вызывать меня. Примерять колье можно только в специальной комнате в моем присутствии. Зачем тогда мы здесь нужны? Предлагаете вас уволить? Он пошутил, Белла Михайловна. Вы защита от дурака и хулигана. Нам не нужны скандалы с попытками ограбления. Неужели это непонятно? Лида! Лида, ну, а что произошло? Почему так надо было, здравствуйте, врываться в мой кабинет? Ты говорил с Варварой? С Варварой. А о чем я с ней должен был говорить? Ни о чем. А ты имеешь в виду наши отношения? Нет, у нас ведь нет никаких отношений. Извини. Ну, ты меня тоже, пожалуйста, прости. Прости меня. Да. Слушай, нам поручают дело. Присядь. С участием суперворов. Ты знаешь, как я рассчитываю на тебя? Ты догадываешься? Ты наша суперворовка, не подведи. Значит, я для тебя все-таки вор. Ну, это факт. Я понимаю. А, ну, нет, ты не воровка. Конечно, не воровка. Ты суперворовка. Чувствуешь разницу? Хорошо, суперворовка так... Суперворов. Ну, а по поводу Вари, что я ей должен сказать? Значит, тебе пока нечего ей сказать? Ну, Лида, ну, ты же взрослая, самостоятельная женщина. Тебе не нужно так переживать. Все хорошо. Хорошо. Ты знаешь, я вообще не понимаю, зачем я тебе понадобилась. У меня такое ощущение, что я просто тебе интересна как какой-то психотип. Да нет. Ты мне всем интересна. Суперворовка. Значит, хотите знать, чего можно ожидать от такой особи, как я? Да? Да, это интересно. Ну что ж, в таком случае вы можете на меня рассчитывать. Суперворовка надеется быть полезной науке. Отлично. 32 рубина в золотой оправе. Мастер Жан Датре, 18 век. Первая владельца – последняя французская королева Мария Антуанетта. Примерная стоимость – 1,5 миллиона евро. Не так дорого для такой дивной вещицы. Хочешь приобрести? А что, муж обещал мне что-нибудь этакое подарить к юбилею нашей свадьбы. Я попрошу, он купит. С этой точки хорошо просматривается служебный вход. Где у нас камера с видом на сейф? Кажется, вот эта картинка. Ага. Сейф новейшей системы. Кстати, такой еще в мире никому взломать не удалось. Из чего мы сделаем вывод, что колье украсть нельзя? Значит, точно сопрут. Нам предстоит иметь дело с супервором. Нам бы только до Токио как-нибудь дотянуть. Анечка, по оперативной информации, вор получил задачу украсть колье именно в Москве, а не в Токио. Наш вор работает под заказ. Со сбытом у него проблем нет.
Я предлагаю установить круглосуточное наблюдение в магазине. У меня, кстати, есть отличный черный костюм. Да погоди ты с костюмом. Ну, раз все так опасно, может быть, нам колье привезти сюда? И в случае, если найдется покупатель, мы немедленно отвезем его обратно. Нет-нет-нет, мы не можем забрать колье. Потому что это приманка. Слушайте, у меня гениальная идея, девочки. Кто-нибудь из вас слышал про изумрудную Изольду? Что-то краем уха. Какая-то тетка из старых авторитетов, да? Изольда – это самый гениальный мастер-ювелир, мастер-реплик. За это и сидела 15 лет по тюрьме. Причастна к краже из алмазного фонда Кремля в начале 70-х. Ее пара реплик, пара сережек и кулоны из крупных изумрудов и бриллиантов, оригинал принадлежал Елизавете, пролежала в фонде несколько лет, и никто ничего не заметил. Ни один эксперт не догадался, пока не появились новые технологии, конечно. Она вот такая. А если наше колье подделка? А? Почему подделка? Нет, это нереально. Во-первых, оно застраховано международным страховым агентством. И, конечно же, они все досконально изучили, прежде чем отправить его в Москву на продажу. Подделка, подделка. Ну что, в таком случае я предлагаю сделать подделку. Реплику. И, не дожидаясь вора, подменить колье. Таким образом, мы убиваем двух зайцев. Приманку для вора оставляем и колье сохраняем на случай, если вора не удастся задержать вовремя. Как Аня говорит правильно, дотянем до Токио. Постой, ну это же моя гениальная идея. Именно поэтому я и начала говорить про Изольду. Только не надо ничего менять. Нужно сделать реплику и договориться в магазине о замене. Договориться значит и рассказать. Вор тут же узнает, что продается подделка. Без контактов в магазине он вряд ли бы взялся за это дело. Я согласна с Лидой. Если вор узнает о подмене, он кардинально поменяет свои планы. В этом случае до Токио, может быть, и дотянем. Но поймать никого точно не сможем. Ну и ловля на живца вообще отменяется тогда. Нет-нет-нет, нужно подменить колье, причем сделать это незаметно. А потом будем сидеть на месте преступления и ждать вора, чтобы схватить его с поличным. Все правильно. Согласна. Надо сделать реплику. Обратимся к Изольде. А вы что, знакомы? Лично. Я в институте писала дипломную работу по ее делам. Мы с ней очень много общались и даже подружились. Ну что ж, прекрасное предложение. Только Крестовскому ни слова. Не надо вмешивать шефа в наши преступные замыслы. А наши замыслы сильно незаконны. Абсолютно незаконны, Анечка. А что это? Это искусственный карбункул. А, ну да. Да, я так и подумала, да. Вы даже не посмотрели на фотографию. А это лишнее, деточка. Такие вещи нужно щупать. Настоящая драгоценность, как женщина, любит тепло рук. А пялься, не пялься, взаимности не добьешься. Вы говорите, как мужчина. А у них много было. И ничего по-настоящему драгоценного. Она прелесть. А сколько там лет вы провели по тюрьмам? Деточка, вы милиционер? Да. А что? Да нет, ничего. Просто такая молоденькая, хорошенькая девушка и тоже милиционер. Сколько живу, столько удивляюсь. Ну все, девочки. Ну, Изольда, вы гений. Спасибо. А как вас звать? Величать нынче? Лида. Ну, либо Лидия, если хотите. Хорошо. Мы все здесь собираемся нарушить закон. Вы понимаете это? Ну и что? Закон тайга, прокурор медведь. Деточка, ты где набралась таких мудростей? Ну, я тоже иногда читаю всякую литературу по специальности. Здорово. Просто здорово, не отличишь. Спасибо вам, Изольда. Скажите, чем я могу вас отблагодарить? Ты меня чаем напои. И все? И все. Да, бескорыстность иногда настораживает. Женя! Так. Ой. Это вам. Вот конфеты.
шоколадные. Спасибо, спасибо, деточка, спасибо. А можно мне так тебя называть? Я ведь старше тебя. Ну, конечно, можно. Так вот, деточка, пью этот прекрасный чай и понимаю, что я не та. Нет удовольствия от процесса, нет куража. Как? Перестали получать удовольствие от проделанной работы? И это говорит молодая женщина. Да где же это слышно, чтобы девушка получала удовольствие от работы? Удовольствие нужно получать от жизни, от ее течения. И желательно, чтобы эта жизнь протекала рядом с хорошим мужчиной. Ну, бывает по-всякому. Работа – это тоже жизнь. Ой, оставь. Тебе нужно найти правильного мужчину, и ты расцветешь. О, кстати, совершенно случайно, как ты понимаешь. У меня здесь фотографии моего старшего внука. Сейчас. Очень хороший мальчик. Миша. Изольда, простите меня, пожалуйста, я на минуточку, ладно? Она такая красивая. Я так хочу. Слушай, может, дать себе время? Пусть эмоции улягутся. Вещь дорогая, покупка серьезная. Вы можете позволить себе прийти завтра. Мы его отложим для вас. Ну, а документы у вас на него в порядке? Подлинность установлена? Безусловно. Я хочу его примерить. Это можно. Но поймите, это очень ценная вещь, и поэтому примерить его можно только в спецкомнате, где будете только вы и я. Так пойдемте же быстрее. Прошу. Мне идет? Прекрасно на вас смотрится. Очень подходит к цвету ваших волос. Я обязательно уговорю мужа купить мне его. Ой, у вас случайно не найдется пилочки? Я, кажется, ноготь сломала. Конечно. Прошу. Спасибо большое. Я такая неловкая. Со мной вечно что-то происходит. А колье мы обязательно купим. Скорее всего, завтра утром. Это будет замечательная покупка. Будем вас ждать. А сейчас давайте я помогу вам снять его. Конечно. А, девочка. Я Аню тренировала полдня. Что, мы ее не ждем? Нет. Она с Геннадием. А колье же у меня. Так что можем ехать. Чаю хочешь? Да. Да, мы знаем, что колье у тебя. Отдай его мне. Ты что, не доверяешь мне? Мы действуем незаконно. И отвечать за сохранность колье должен кто-то один. Лучше это буду я, чем ты. Все-таки я же сотрудник МВД. Ну, только не обижайся. Ладно, говорила. Поехали. А, поехали. Девочки, можете не сомневаться, это подлинник. Мы с Варварой отвезем колебку хран.
В охран. Да, так будет надежнее. Боже мой, как жалко, такая красота будет пылиться. Украшения должны украшать. Да. Их должны носить достойные женщины. Ладно, девочки, закрывай. Колье у нас, будем действовать дальше. Аня, Лидия, обе будете дежурить у ювелирного дома. Хорошо. Завтра колье увезут в Токио. Значит, сегодня грабитель появится, если он вообще собирается появиться. А мы с Варварой присоединимся к вам через пару часов. Да. Девочки, как вы думаете, мы сегодня поймаем вора? Ну, постараемся. Может быть, хочешь примерить его еще раз? Ой, правда, девочки. Очень прошу, давайте примерим его все по очереди еще раз. Ну, такой шанс выдается только раз в жизни. Прошу. Ань, ну это блажь. Ну зачем? Зачем нам всем его мерить? Я не понимаю. Ну как это зачем? Его носила сама королева Франции. Так попробуйте, попробуйте стать королевами. Ну, давай, мери давай, давай. Ну хорошо. Только быстро, девочки. Миша хочет с тобой познакомиться. Давай. Я показал ему твое фото. Тетя Изольда, ну зачем? Давай. В этих вопросах тете Изольде можно доверять. Только такие вещи делают женщины настоящей женщиной. Очень красиво. Ну да, очень красиво. Ну все, хватит, теперь я. Так, давайте быстрее. Я помогу тебе. Что? Варя. Красиво. Тетя Зуля, ну как вам не стыдно, а? Зачем показали ему фотографию? Да-да. Ну все. Давай, закрывай. Нам пора ехать, сдавать его. Да. Мы поехали. Началось. Так, из трех камер, которые работают в здании, осталась работа только одна. Две выведены из строя. Центральная витрина. Появился человек в маске. Все. Охранница нейтрализована. Так, шутки кончились. Берем его. Куда вы перед группой захвата полезли? Руки вверх! Стоять! Лида! О, Господи! Что случилось? Сейчас, погоди. Подсобки чисто. Проходим. Сейчас. Справа двое. Так. Сейчас. Сейчас достану платок. Все. Терпи, терпи, терпи. Упустили. О, Боже мой. Лида. Так. Нужно вызывать срочно, Варя, эту... Скорую. Да, скорую вызывать. Дай посмотрю, что это такое. А? Что с тобой? Ну, ничего, ничего. Скажи. До свадьбы заживет. До какой свадьбы? Господи. Что же мне с этим всю жизнь ходить? Ну, почему всю жизнь? Боже, как больно. Почему же? Как больно. Ничего, Ань, до свадьбы заживет, до свадьбы. Я замужем. Тем сейф более. Закрыт. Сейф закрыт. Нам еще повезет, если колье там. В сейфе. Ой. Так, ну что? Ушел. 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 Я вызвала скорую. Хорошо, что скорую. Чего? Хотелось бы скорее. Поздравляю. Колье нашлось в сейфе. И оно подделка. Попрошу к монитору. Правой кнопкой, роликом. Так. Смотрим. Итак, господа, как это ни прискорбно, налицо грабеж. Подмена очевидна, несмотря на все старания Анны.
И я уверен, она не сама до этого додумалась. Она бы могла просто его купить. Думаю, в курсе все спецподразделение Амазонки. Аркадий Семенович, вы организатор. У нас организованная преступная группировка. Нет. Послушайте меня, пожалуйста. Он ничего не знал. Мы взяли это колье. Это план. Таков план. Я санкционировал замену колье на реплику. План. Вот и все. Девушки простые исполнительницы. Аркадий Семенович, пожалуйста, не Евгений, надо. Евгений. Одну минуту. Подождите, пожалуйста. Настоящее колье в гохране. Да. Да? Да. В гохране? Абсолютно точно. Значит, в гохране. Да. Угу. А, дайте, пожалуйста. Слушаю. Старший следователь, полковник Брагин. Как интересно то, что вы говорите. Угу. Скажите, а кто сдавал колье на хранение? Да, мы как раз сейчас с этим разбираемся. Я вам перезвоню. Звонили из гохрана? Угу. Ну? Сразу после получения информации о попытке ограбления ювелирного дома, они решили проверить колье. Оказалось, что им сдали на хранение реплику. Как? Вот они интересовались, зачем им сдали на хранение копию колье, которое пытались украсть. Нет, это исключено. Этого просто не может быть. Мы сдавали подлинник. Скажи, Варь. Да, мы сдавали подлинник. Это правда? Аркадий Семенович, по вашему собственному признанию, вы являетесь организатором преступления. Так вот, я жду объяснений. Я пока жду просто объяснений. Когда меня выпишут, а? Не раньше, чем через неделю. Алло, Коль. Привет. Хорошо, что ты позвонил. Послушай, у меня к тебе просьба. Что? Брагин? Собирается арестовать? Подожди, как всех разогнать? Так, Коль, послушай, ты... Да, послушай, ты должен срочно приехать и забрать меня из больницы. Да, срочно. Все, жду. Может, все-таки снимем очки? Зачем? В глаза хочу посмотреть. Mm. Предложение будете делать? Буду. Да еще какое. Анна, ну, пожалуйста. Пожалуйста. О, вот. Я не знаю, почему в гохране оказалась подделка. Может быть, в ювелирном доме тоже была подделка, когда я там шалила. Да вам необходимо допросить всех охранников и сотрудников этого ювелирного дома. А без вас мы бы не додумались. Значит так. Вы признаете, что подменили колье в ювелирном доме? Да. Но сделала я это одна. Анна. Оставьте вы эту жертвенность. Детский сад какой-то. Да. Я знакома с Изольдой лично. Это я предложила ей сделать реплику с колье. Лично? Ну, конечно, лично. Кто же такие переговоры ведет по телефону? Ну, вот теперь мне все ясно. Варвара заказывает Изольде две реплики. Одну меняет Анна с мужем, вторую Варвара подкладывает по дороге в гохран. Я этого не делала. Господин следователь, скажите, а у вас жена есть? А вот это не имеет отношения к делу. Можете не отвечать. Мне и так понятно, почему вы такой сердитый. Варвара не могла взять колье. Украшение всегда находилось в металлическом боксе, а бокс был у меня. Как
я понимаю, вы сейчас признаетесь в сговоре с Анной и Варварой с целью кражи коллеги. Да что ж за бред такой? Ну мы же с вами коллеги, ну неужели непонятно? А вот это как раз и самое страшное. Гражданин начальник, нет у вас прямых доказательств против девочек? Нет. Где мотив? Мотива нет. А потом самое главное, нет подлинника. Колье нет. Где колье? Девочки, дорогие мои, он вас берет на понт. Мадам, я вам гарантирую, что в обозримом будущем вы ежедневно будете завтракать тюремной перловкой. А она вам хорошо знакома, от язвы помогает. Это за что же мне честь такая? А за соучастие в ограблении. Лид, а ты сейчас похожа на игральный автомат. Такой красивый, однорукий бандит. Так хочется прям монету. Не смешно. Давай к делу. Ну вот, у меня тут информация со всех трех камер. Между прочим, они уже с утра в рабочем режиме. Это черный ход? Да. Ты уже давал показания Брагину? Нет. А увеличь мне вот это, где криминалист возле сейфа. Так, ну что? Следов взлома не обнаружено. Отпечатков тоже нет. На полу есть частицы розовой алмазной пыли. Пока все. Можешь мне показать, где Аня покупает колье? М? А ты знаешь, что из моего плеча достали обломок точно такой же розовой пилочки? Директриса? Похоже. Покажи мне еще раз свой допрос. Вот. Еще вперед. А теперь на охранников промотай. А, распишите здесь. А, внизу, да. Крут на подписи можно посмотреть? Слушай, мы все что угодно можем, но мне кажется, надо звонить Крестовскому и рассказать ему все про эту директрису и про эту розовую пилочку. Болит сильно? Подожди, покажи-ка мне еще раз запись из магазина. Все ясно. Заказчик Крестовский, Варвара исполнитель. А позвольте узнать, какой у них был мотив? Корыстный. И сообщники нам тоже все известны. Это Анна, Геннадий, Евгения. Изольда изготовила подделку. Ой, ну надо же, дожили. Милиционеры подозревают друг друга. Куда катится этот мир? Аркадий Семенович ничего не знал. Это мы уже все давно слышали. Предлагаю подумать всем и сознаться. На раздумье 15 минут. А где Лидия? В больнице. В больнице. Лидия сбежала из больницы. Жаль. Зная ее биографию, бегать ей недолго. У вас есть 15 минут. Ну что ж, дорогая Зольда, вы ничего не хотите нам сказать по этому делу? Варенька, замуж тебе надо. И как можно скорее. Так, я все поняла. Обойдемся и без вас. Я знаю, кто вор. Это все ужасно. Дело в том, что наша Изольда сидела до колонии вместе с Лидией. Лидия. Да, Лидия заказала у вас вторую реплику. Так? Реплику заказала ваша дочь. Не так ли, деточка? Я сейчас все объясню. Во-первых, Лидия заказала у Изольды вторую копию колье. Второе. Именно Лидия помогла Ане подменить колье в ювелирном доме. Ну, поскольку только Лидия мастерски владеет воровскими приемами. И в-третьих, она же
предлагала всем нам померить колье. Но пока ведь это только предположение. Доказательства. Доказательства есть? Есть. Пока все примеряют настоящее колье, Лидия прячет фальшивое колье у себя под манто. Это не доказательство. Оно у нее там висит на крючке, сделанном из дужки от сережки. И потом она опля меняет настоящее на фальшивое. Дужка от сережки? Да. Боже мой, я не могу поверить. Я все изучила. Вот. На дужке остались царапины. А на застежке одной из реплик я обнаружила царапины, идентичные царапинам на дужке. Лидию нужно срочно найти и задержать. Дужка от серьги Лидии? Ты уверена? Уверена. Я ей сломала эту сережку во время тренировок. Ну, потом я ей помогла ее поднять. В общем, я очень хорошо ее помню. Нам нужно поговорить, Аркадий Семенович. Нам с тобой тоже нужно поговорить. Лидия, верни, пожалуйста, колье. Ты предательница. Это настоящее. Я надеялся, что все это неправда. Но, похоже, чудес не бывает. Бывает. Зачем ты это сделала? Изольда здесь ни при чем. Она просто ради любви к искусству и даже денег не попросила. Что, Изольда, а ты? А я? Знаешь, когда ты назвал меня суперворовкой, я решила, что суперворовка так суперворовка. Получай. Подожди, но обидеть-то я тебя не хотел. Не хотел. Но обидел. Кость не задета. Говорят, через месяц заживет. Теперь надо уговорить Брагина, чтобы он вас с Изольдой не посадил. Я считаю, что нечего здесь рассиживаться. Мы должны пойти и поставить все точки над «и». Да! Да! Это подлость поступить так с нами! Не ожидал такого поворота? Что-то не укладывается в твою теорию, да? Больше всего я хотела, чтобы у тебя отпала охота изучать меня как пациента. Я знаю, кто настоящий вор. Я надеюсь, она во всем призналась? Колье здесь. Ну. Сейчас самое главное – поймать настоящего вора. Вы знаете, оно подлинное. А я что говорила? Ну вот, прекрасно. Теперь вы можете смело выставлять колье на продажу. Мы вам очень благодарны. А вы знаете, у него есть один существенный дефект. У него нет дефектов. Есть. Очень тугая застежка.
До свидания. Я сомневаюсь. До свидания. Вы примерьте колье и убедитесь в этом сами. Всего доброго. Разрешите, я вам помогу? Пожалуйста. Ай! Подпишите здесь. Я ноготь сломала. Ну вот опять. Дайте пилочку. А я ее потеряла. А что происходит? В чем дело? Спокойно. Что вы делаете? Не дергайся. А что происходит? Вы арестованы за попытку ограбления. Глупости. Вот. Это обломок пилочки из раны Лидии. И что? Я похож на человека, который делает маникюр розовыми пилочками? Зачем мне она? Только вы можете ответить на этот вопрос. Может быть, вы хотели кого-то подставить? Так, вы свободны, спасибо. Угу. До свидания. Смотрим сюда. Вот здесь видно, как Анна, уже выйдя из спецкомнаты, кладет розовую пилочку вашей хозяйки на витрину в магазине. А теперь подходите вы, и пилочка исчезает. Но это ничего не доказывает. Не доказывает, но наталкивает на мысль. Вот заключение медэксперта, удар Лидии нанес левша. А вот здесь вы единственный подписываете протокол левой рукой. Да, кобура у вас с правой стороны, но рукоятью вперед. И сейчас в протоколе вы тоже подписывались левой рукой, и она у вас вся в ссадинах. А вот и главное доказательство. Я сделала анализ вашего голоса и голоса с пленки Интерпола. Это вы обещали привезти колье в Париж. И у меня к вам еще одно дельце. Аня! Ой! Увести его! Разговор будет долгий, отправь его в изолятор. Ты с ума сошла? Ань, что за детский сад? Давай, пусть давай, знает, каково это жить с фингалом под глазом! Тихо, тихо. Ты можешь остаться. Деточка, ты сердишься на эти все Изольду? Нет, я не сержусь. Я просто в бешенстве. Это самое настоящее предательство. Да. Я скоро вообще никому никогда не смогу доверять, ясно? Правильно, правильно. Но если бы тебе что-нибудь угрожало, я бы обязательно признался. Ты такая смешная. Давай поговорим о твоем будущем муже. Нет, об этом мы разговаривать не будем вообще. Только чур я играю белыми. Угу. Ну, это старая истина. У каждого человека всегда есть выбор. Играть черными или белыми. Ну, какой-то старый дед. Старый? Да. Считаешь старый? Ну. А я для себя приберегла. Ладно. А это кто? Ну, это же Миша. Мой внук. Так, звоним. Куда звоним? Миша. Тетя Изольда, вы что? Не волнуйся. Не надо ему звонить. Да не волнуйся, не какой волнуйся. Какой Миша? Тетя Изольда сделает все интеллигентно, чтобы никого не смущать. Тетя Изольда. Алло. Не надо ему звонить. Съела. Угу. Но один из законов физики гласит, у каждого действия есть противодействие. А я плохо училась в школе, я не знаю этого закона. А незнание законов не освобождает от ответственности. Это ты ведь знаешь? Знаю. А еще я знаю людей, которые считают, что вокруг них одни шахматные фигуры. И как бы они себя не вели, шахматные фигуры, они должны двигаться по правилам. Миша, ты знаешь, у кого я сейчас в гостях? У одной очень-очень симпатичной девушки. Ну, я же тебе вчера ее фотографию показывала. Так,
Да. Кладите трубку. Хочешь встретиться, познакомиться? Кладите трубку, я сказала. А почему завтра? Не, давай сегодня приезжай, сейчас ты куда приезжать? Да я вообще не знаю, о чем я с ним буду разговаривать? Молчать, смущаться и краснеть. Приезжай сейчас, диктую адрес. Не предлагаю ничего. Ни свет, ни заря. Оделась, не пойми во что. Куда спешим? У тебя поэтому вчерашняя укладка? Вчерашняя? Я два... Доброе утро, девушки. Очень хорошо, что все уже в сборе. Ну, для кого-то оно не совсем доброе. У нас совершено преступление. Ура! Ну почему у преступников не бывает выходными? Надеюсь, дело не мокрое? Ну, пока нет, но сыростью уже пахнет. Совершено, значит, повторное нападение на Анастасию Катрулеву. Это мисс Екатеринбург, 2008. Преступник уже дважды пытался задушить свою жертву, а ей вот каким-то непостижимым образом все время удавалось спастись. Вот, в общем, дело деликатное. И чем же оно так деликатно? Ее любовник олигарх? Ну, не совсем, не совсем. Но. А кто же? По этому поводу думают профессионалы. Итак, прежде чем сесть на диету, доктор Саткин рекомендует ответить на вопросы теста, которые разделены на несколько групп. Группа А. Константин живой! Вон этот подъезд. Встречаемся через полчаса. Следственное управление МВД. Милиция, что ли? Ну, не совсем. Скажи, ты убирал мусор вот на этом участке? Да. Мне нужен мусор с этого участка. Спасибо. Что? Иди, работай. У меня ничего. Слушай, я такая голодная. Спасибо, добрая душа. Ну что, новости есть какие-нибудь? Не, ничего интересного у тебя? Да у меня тоже. Поехали. Как, все? Ну да. Я уберу. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Стойте! В чем дело? Но у тебя не было раньше этого шарфа. Томас Дюэль. Представляете, нашла возле дерева. Он настоящий, не подделка, и совсем новый. Погоди, где ты говоришь, его нашла? Вон там, у дерева. Как можно быть такой беспечной? Ну, вполне возможно, что этот шарф
принадлежал преступнику, который пытался задушить Анастасию. Дай мне его сюда. Как она? Ну, подождите. Какой же дурак мог оставить такую явную улику? Только тот, кто решит сделать это умышленно. У этого шарфа очень стойкий запах табака. Он явно принадлежал мужчине. Дай понюхаю. Аккуратно. Он пахнет сигарами. Такими же, как мой Генчик курит. Прям один в один. А мой Генчик курит только Кубу, причем самую дорогущую. Это значит, что человек, который оставил здесь шарф, хорошо разбирается в сигарах. Преступник должен был где-то поджидать свою жертву. И он поджидал ее здесь. Варя, дай пинцет. Сигары. А что, если они были знакомы? Потом между ними мог случиться скандал. А потом он на нее напал. Почему жертва его не выдает? Погодите. С чего вы взяли, что вообще эта сигара имеет какое-то отношение к преступлению? Это все еще нужно проверить. Пойду-ка я пороюсь в базе. Чует мое сердце. Сегодня будет клев. Да, поехали. Не может быть. Алло, приемная больница? Соедините, пожалуйста, с Виктором Петровичем. Живой Константин Владимирович. Поступил в больницу имени Алексеева 16 февраля 2007 года. Бедный, нахворался. Это психушка, Аня. И он совсем не бедный. Диагноз? Маниакально-депрессивный психоз. Варечка, дай, пожалуйста. А, да, пожалуйста. Ну что тут? Налицо искаженное восприятие реального мира. Агрессивное поведение, частые неожиданные смены настроения. Понятно. Кокаин. Что, он псих получается? Вот этот вот герой нашей страны носит в кармане белый билет? Ну так же нужно его срочно допросить. Я считаю, мы все-таки сначала должны выслушать Анастасию Котрылеву. Ну, я не помню, что это было. Ну, все очень быстро произошло, как и первый раз. Я не успела запомнить никаких деталей. В котором часу вы возвращались домой? Я точно помню, я посмотрела на часы, было 11:30 ночи. Анастасия, скажите, у вас были недоброжелатели? Или недоброжелательницы? Может быть, бывший молодой человек? Он погиб в автокатастрофе. Простите, кто-нибудь конкретный мог желать вам зла? Да я не знаю, завистников-то у всех хватает, а у меня их, сами знаете, сколько. Ну, вы же знаете моего жениха. Лично не знакома. Но, боюсь, придется. Простите, а что вы имеете в виду? Вы что, думаете, что это Костя? Нет. Он вообще вне подозрений. Нет. Я не понимаю, как вы вообще такое могли предположить. Не волнуйтесь, пожалуйста. Извините, я могу провести осмотр? А что? У вас на шее остался след. Вы не могли бы убрать волосы? Спасибо. Ну вот, судя по характеру имеющегося стронгуляционного следа, смею предположить, что преступник использовал либо тряпичный пояс, либо галстук, или же шарф. Например, вот этот. Этот шарф мы нашли на месте преступления. Посмотрите, пожалуйста, повнимательней. Скажите, может быть, у вас есть какой-либо знакомый, кому мог принадлежать этот шарф? Понятия не имею. Представляете, какое количество мужчин носят подобные шарфы? Нет, я не в курсе. То есть вы точно можете это утверждать, что ни на ком никогда этот шарф не видели? Нет, я если бы даже увидела, я бы не запомнила. Что ж, спасибо. У меня все. Спасибо.
Вы же поймаете его, да? Мне страшно. Я просто... Я боюсь, что он опять снова попытается. Не волнуйтесь, Анастасия. Мы сделаем все возможное. Повнимательнее. Скажите, может быть, у вас есть какой-либо знакомый, кому мог принадлежать этот шарф? Я понятия не имею. Знаете, какое количество мужчин носит подобные шарфы? Вы видите, как она напряглась? Посмотрите на ее выражение лица. Обратите внимание, как она закусила нижнюю губу. Мне кажется, что у нее проблемы с эмалью. Она закусила нижнюю губу, потому что она лжет. Она явно видела этот шарф раньше. Да его только ленивый не видел. Дюэль, прошлогодняя коллекция у Синдима. Анастасия лжет. Потому что этот шарф принадлежал кому-то, кого она знает и не хочет выдавать. Она, видимо, доверяет этому человеку и не считает его преступником. Ну, тогда это, например, живой? Если она его любит. Да, это очень интересно. Очень. Если мы пойдем? Так сказать, наука на службе у закона. Да, все поняла. Может, такую передачу запустить? Название, правда, тоскливое, но рабочее. Смотрю, он и тут, и в телеке. Прикольно. Да, слышу, да. Ой, я прошу прощения, не сюда. Туда. Да, записала. Сколько тебе лет, мальчик? А что, не прикольно разве? Очуметь, как прикольно. Ну, вот. Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас к вам подойдут. Да. Живой-живой. Тихо. Да нет. Нет, он нас не видит. Добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте, начинайте. У меня мало времени. Где вы находились 16 числа в 11 часов вечера? Где я находился? Угу. Честно говоря, я не помню, где находился. А вы постарайтесь вспомнить. А что у вас душно так? Может быть, кондиционер включите? Кондиционер не работает. Константин, все-таки постарайтесь вспомнить, где вы были 16 числа в 11 вечера. Вода? Да, пожалуйста. Ну и духота тут у вас. Да, бывает. Взял стакан. Да, ура! Ну что, вспомнили? Ты действительно думаешь, что я мог напасть на свою красавицу? Если я и нападаю на женщину, то они потом остаются довольны. И в милицию никто не обращается. Ой, девочки, нет. Такой мужчина не может сделать женщине плохо. Ладно, в тот вечер я ужинал с друзьями. Они могут подтвердить. Во сколько вы от них ушли? Около двух. Я позвонил Насте. Она не ответила. Я подумал, что она дома и давно уже спит. После этого я вернулся к себе. Все. Угу. Скажите, кто-нибудь угрожал вам или Насте? Нам угрожают московские пробки. Сейчас они меня больше всего пугают. Ну все, мне пора. У меня в 12 встреча. Хорошо. Я пойду. Давай. А ты красивая. Оставишь телефончик? Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Это я. Какой же мерзкий тип он оказался. Да уж, не сахар. Молодец. Отлично. Ну, мне лично он чем-то понравился. Такой напористый, уверенный в себе мужчина. Но представить, что он в психушке,
Ну да, хамоватый, и что? А ты представь, как он в состоянии аффекта душил Анастасию. Как... Спасибо, до свидания. Сдавливались ее шейные позвонки. Как бедняжка кричала. И твой восторг сразу рассосется. Не рассосется. А я не могу этого представить. Всех своих соперниц подсмотрела. Ань, может, хватит уже? Не может быть! Что, кто-то сделал неудачную подтяжку? Это все-таки он. Да, дорогая. Наш суровый век, и мужчины не прочь продлить свою молодость. Подождите, фотографии с презентации конечного дома де Лоран. Девочки, вуаля! Дай-ка. Найденный объект – сигара. Торговой марки «Боливар». Сорт «Черчиллс», форма пореха, цвет «Колорадо Мадуро». Исследование проб слюны, снятое со стакана и сигары, обнаруженное на месте преступления, было установлено их полное совпадение. Это Константин. Это... Понятно. Ну да. Сейчас. Пап? Да, слушаю. Телефон. Да. Да. Крестовский слушает. Да. Понятно. Понятно, благодарю. Значит так. Сегодня ночью было совершено третье нападение на Анастасию. Она находится в реанимации в состоянии комы. Как это произошло? Какой кошмар! Ну сколько можно? Бедная девочка. Вы что себе позволяете, а? На каком основании все происходит? Да я вас по судам затаскаю! Да убери ты руки! Сволочи! Привет. Привет. В чем дело? Не знаю. Ну, просто как-то... Странно. Странно что? Как-то все гладко, что ли, слишком. Ну, в этом деле явно чего-то не хватает, понимаешь? Ну, почему ты так считаешь? Женская интуиция. Аркадий! Это какой же кошмар! Господи. А? Ну, кто же знал, что он сумасшедший? Маньяк ведет утреннюю программу? Ну, это же миллионы зрителей, тьма поклонниц. Слава на всю страну прессы. Боже мой, ты не представляешь, что сейчас начнется. Задержание живого держится в строжайшем секрете. Пока. Так, Нолик. Есть новости. Одна хорошая, другая не очень. С какой начать? С плохой, конечно. Сегодня совершена очередная попытка покушения на Анастасию. Надо сказать, что такая частота покушений, такая настойчивость преступников в желании расправиться с жертвой в моей практике встречается впервые. Однако факт остается фактом.
Анастасию пытаются убить всеми доступными способами. В общем, это нападение произошло в больнице, и лишь персонал помешал неизвестным. Настя по-прежнему в коме, ее состояние стабильное. В общем, вот так. А хорошая новость, следовательно... Теперь живой, вне подозрения. Именно, именно, именно. А кто же тогда напал на Анастасию? Да подождите, а как же улики? Сигара, шейный платок. Ну, действительно, все-таки трудно поверить, что живой маньяк. А вот тут... Стоп, я бы сказал, рано радоваться. Будем радоваться тогда, когда настоящий преступник будет пойман. Организовать преступление, находясь за решеткой, чтобы снять с себя подозрения, это прием не из редких. Ну, хорошо. Давайте все-таки будем думать, что это не живой. Просто для начала. Тогда предположим, что кто-то выкрал вещи нашей звезды, чтобы затем его подставить. Кто-то, кому живой перешел дорогу. Варечка, у тебя не найдется жидкости для снятия лака, а? А? Слушай, ну, только вот если ты возьмешь вот эту вот жидкость синенькую, в принципе, действие тоже. Так, синенькая. Кричишься в порядке. Я же сказала, синюю. Если тебе нечем заняться, то... Подожди, ну почему нечем? Я пришла тебе помочь. Ой, такой был хороший стол. Кроме порчи поверхности, я не знаю, чем ты можешь быть полезна. Знаешь, от тебя сейчас тоже толку мало. Ну вот что еще нового можно найти на этой сигаре? На этой сигаре? Между прочим, я обнаружила там следы коньяка. Положи на место, это же улика, пожалуйста, не трогай. Она была потушена. Ну и что? А то, что сигары обычно не тушат, их оставляют, и те гаснут сами. Это очень важно для курильщика сигар. На. Отсюда напрашивается вывод, что сигара была украдена в процессе курения. Ну, то есть, она была зажжена хозяином, а потом преступник похитил ее. И был вынужден затушить. А? Варя! Я знаю, где украли эту сигару. Путем лабораторной проверки было выяснено, что обнаруженный на сигаре коньяк соответствует коллекционному коньяку Де Лорен. В прошлую среду была презентация этого коньяка в отеле «Ройал Успенский». Нам достоверно известно, что на этой презентации присутствовал Константин Живой. Вот, посмотри, пожалуйста. Смотри. Он был в шарфе, найденном возле дома потерпевшей. Мы думаем, что сигара была похищена именно с этой презентации. Это мог делать кто-то из гостей или персонал. Шарф мог быть украден там же. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Значит, Евгения и Лидия нужно вновь допросить Константина Живого, Варвара и Аня. Нужно найти списки гостей и сотрудников отеля «Ройл Успенский». Хорошо. Вот так. Вы что, серьезно считаете, что я слежу за окурками своих сигар? И, конечно, не знаю, брал их кто-то или нет. Конечно, не знаю. Про шарф я вам все сказал. Я не помню, когда он потерялся. Не помню. Константин, нам нужна ваша помощь. Вы еще смеете меня просить о помощи? Скажите, на той презентации кто-нибудь показался вам подозрительным? Может быть, кто-то вел себя странно? Ну, знаете, презентация как презентация, ничего особенного. Все те же лица. Кого-то ты рад видеть, от кого-то тебя уже тошнит. Все как всегда, как обычно. Может быть, у вас были недоброжелатели? Кто мог желать вам зла? Я скажу так, недоброжелатели были всегда. Но чтобы устроить вот такой маскарад, нужно быть полным извращенцем. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил? Ну да. Варвара Крестовская, следственное управление МВД. Знаю. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вы осуществляли фейс-контроль во время презентации? Угу. А вы куда-нибудь отлучались?
Просто это очень важно для следствия. Я ответственный человек. Как я мог отлучиться? Это просто исключено. Вы можете быть предельно откровенны со мной. Я не ваш босс, и я вас уверяю, что вас никто ни в чем не обвинит. Повторяю, я был на рабочем месте. Так, разберемся. Хорошо. Вы пускали гостей строго по списку? Ну, вроде да. Что значит ваше «вроде»? Видите ли, в чем дело. Уже в ходе презентации в список было включено еще одно лицо. И кто же это был? Константин Живой. Ну и что, никаких зацепок? Быть того не может. Персонал чист. Проверенные люди, ни одного новичка. Единственная подробность – это то, что уже во время презентации в список гостей был добавлен Константин Живой. Опять Живой? Живой. Добавлен во время презентации? Да. Ну, это странно. Мы опросили всех. Вообще ничего. Значит, не там мы ищем. Вот и все. Значит, нужно отнестись к этому делу как-то иначе, посмотреть как-то по-другому на это на все. Подождите. Я, кажется, знаю, что нужно делать. Я знаю, кто может нам помочь. Кого ты имеешь в виду? Женщин. Женщины гораздо более внимательны к деталям, чем мужчины. Мужчины вообще очень много упускают из вида. Женщины, присутствующие на презентации, вот кого мы должны опросить. А это мысль. Вот, смотри. Она? Похоже. Да. Спрячь только. Елена Ржевская? Да. Добрый день. Евгения Белозерова, спецподразделение «Амазонки». Что? Мы расследуем преступление. Я думала, вы продаете крем от морщин. Ваша компания устраивала презентацию коньячного дома «Де Лорен». Да. Так вот, мы расследуем одно очень щекотливое дело. Понимаете, на той вечеринке присутствовал человек, который подозревается в совершении ряда преступлений. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из гостей или персонала показался вам необычным, странным, либо как-то обратил на себя внимание? Нет. Ничего не могу припомнить. Вы уверены? Хотя... Нет. Эта информация вам ничем не поможет. Вы о чем? Был один мужчина. Ну, симпатичный, высокий. Вел себя подобающе. Было в нем одно несоответствие. Какое же? Да, на нем были такие дешевые ботинки. Я сразу обратил на это внимание. И я, конечно, не сноб, вы понимаете, но такие люди и вдруг такая дешевая обувь. А вы могли бы описать этого человека? Симпатичный. Брюнет. Лет 30 с небольшим. Крепкого телосложения. А имя? Нет, имя назвать не могу. Может быть, какая-то отличительная черта, что-нибудь? Ну, если это можно назвать отличительной чертой. Но он все время насвистывал мелодию. Та-та-та-да-да. Та-та-да-та-да. Кстати, не помните, откуда это? Нет. Ну что ж, Елена, спасибо большое, вы нам очень помогли. Всего хорошего. Симпатичный. Брюнет. Лет 30 с небольшим. Она несколько раз повторила, что он симпатичный. Ровно 2 раза. Таких брюнетов здесь? Мама, не горюй. Вон. Только кто из них тот самый свистун? Она переспала с ним. Что? Ржевская переспала с этим брюнетом. Любопытная логика. Ну а где еще она могла услышать, как он насвистывает эту мелодию? Как не в интимной обстановке. Ну, например, люди любят петь в душе. Ну вообще это возможно. На вечеринке же очень шумно. И очень громко играл оркестр.
Так что вполне возможно, что она услышала в интимной обстановке там-тарам-та-там. Бабулька жжет. А ведь ее же за 50. Вит, ну ты что? Ну ты посмотри, как она выглядит. Какая же она бабулька. Софи Лорен, между прочим, 75. Ну что ж, Ань, проверим твою интуицию. Заглянем в личную жизнь нашей Софи Лорен. Пойдемте, что покажу. Вот, смотрите. Да, мелковато, лица не разглядеть. Так, я сейчас так обработаю изображение, что вы каждую морщину на его лбу разглядите. Отлично. Коль, давай, работай, работай. Нам известно, что вы провели ночь с этим свистуном. Елена, постойте. Вот. Вы догадались? Простейшая женская логика. Да? Ну, может быть. Скажите, в ту ночь, ну, когда вы были с ним, ничего странного не произошло? Вас интересует подробное описание? Послушайте, мы подозреваем, что человек, с которым вы провели ночь, особо опасный преступник. Поэтому нам важно знать, как он себя вел. Странно. Вдруг начал меня душить. И если бы не моя домработница, боюсь, что мы с вами бы сейчас не разговаривали. Что было дальше? Слава богу, ничего. Просто сбежал. Ну что ж, спасибо большое. Вы нам очень помогли. Даю вам слово, что эта информация нигде не всплывет. Надеюсь. Вы понимаете, как важна для меня репутация? Конечно. Вот. Вот эта встреча. Это же... Подождите, как же его звали? Вам знаком этот человек? Знаком, знаком. Раньше я... В общем, я лежал в одной клинике. Фамилия этого человека Зубков. Так, есть. Мы лежали с ним в одном отделении. Черт, так не хотелось это все вспоминать. В общем, опасный тип этот Зубков. Он, я помню, напал на медсестру, начал ее душить, чуть не убил. Ну, я вступился, оттащил его. Значит, этот псих на свободе. Вы должны что-то сделать. Вы должны его поймать и изолировать, пока он не убил кого-нибудь. Виктор Владимирович, меня интересует судьба одного вашего пациента. Я вас слушаю. Его зовут Валерий Зубков. Валерий Зубков месяц назад убежал из нашей клиники. Мы заявили об этом, все как положено. Да-да. Я не сомневаюсь. Мы ничего не знаем о его местонахождении. Он несколько раз пытался убежать из клиники. И вот это вот первая попытка, которая увенчалась успехом. А когда он находился в клинике, он себя вел как-то странно? Достаточно агрессивно. Он даже совершил нападение на нашу медицинскую сестру. Он был к ней неравнодушен и всячески хотел показать это. Набросился на бедную девушку. Слава богу, ей на помощь пришел один из наших пациентов. А Зубков был переведен в другое отделение с более строгим режимом. А кто спас эту девушку? Что за пациент? Вы знаете, это известный человек, имя которого я не хотел называть. Это
некорректно. Константин живой. Откуда вы знаете? А, ну да. Вы же у нас. И вот что. Я думаю, это вам будет интересно. Эту тетрадь мы нашли в комнате Зубкова под матрасом. Скажите, а у Зубкова есть родственники? Насколько я помню, он жил со своей матерью, которая скончалась год назад. Ну а как же друзья, знакомые? Его кто-нибудь навещал? Не припомню. Ну, кстати, это можно проверить. Сейчас посмотрим. Так. А, вот. Год назад его посещал Михаил Кравченко. Кто такой, понятия не имею. Михаил Кравченко. Вот они, школьные товарищи Михаил Кравченко и Виктор Зубков. Ученики 11-го Б, 357-й школы. А на сегодняшний день Михаил Кравченко выглядит так. Это он работает в службе безопасности отеля «Ройал Успенский». Это он мне сказал, что фамилия Швова была добавлена в списке в самый последний момент. Решил запутать следствие, не вышло. Значит так, я знаю, что Зубков находится именно у него. Давай, быстрее ищи адрес. Давайте приедем сюда, когда лифт починят. Мы уже пришли. Куда мы так торопимся? Если он здесь, то он здесь. Если его нет, то его нет. Ой. Кто? Соседи ваши новые. Шпилька есть? Да. Держи. Отлично. Отойди. Есть. Круто. Вы? Спецподразделение МВД Амазонки. Это ордер на арест Валерия Зубкова. Кого? Я не знаю никакого Валерия Зубкова. Валерий сбежал с больницы. Мы предполагаем, что он скрывается у вас. Правда? А почему же я об этом не знаю? Дай посмотрю. А как он так? А? Я вас поздравляю. Нам удалось значительно продвинуться в расследовании. Теперь мы знаем личность преступника, мы знаем, кто его покрывал. Может быть, у кого-то есть идеи? Может быть, установить слежку за домом Михаила? Не думаю, что это сработает. Михаил знает, что мы будем следить за его домом и известит об этом Зубкова. Где же сейчас может находиться этот маньяк? Где он может находиться, мы имеем право не знать. Но вот где он появится в следующий раз, нам нужно знать обязательно. Потому что Зубков больной и одержимый человек. Но он не успокоится, не остановится, пока не отомстит Константину, который помешал ему обладать женщиной, о которой тот мечтал. Зубков будет преследовать свою жертву, Анастасию, до конца. Ну, значит, мы должны перехитрить Зубкова. Идеи. Думаю, нужно его спровоцировать. Так. Сыграть его же картами. Выманить его. И кто-то из нас должен в таком случае сыграть роль Анастасии? Точно. Как будто бы Анастасия выписалась из больницы и вернулась домой.
Кто хочет исполнить роль Анастасии? Анна. Почему опять Анна? Как живите так сразу, Анна? Я не хочу быть приманкой для маньяка. Нет, нет, нет. Ну, пожалуйста. Ну, ты идеально подходишь. Это с какого перепугу я подхожу? Я даже на нее не похожа. Похожа? Давайте по делу. Евгения владеет восточными единоборствами. И она будет рядом. Вань. Спасибо. Здесь вот у тебя камера и микрофон. С помощью вот этого вот устройства мы сможем наблюдать за тобой, слышать все, что слышишь ты, и видеть все, что вокруг тебя происходит. Понятно? А я вас как буду слышать? Вот это вот наушник. Боже, я поверить не могу, что я опять на это подписалась. Ну, честно говоря, у тебя не было выбора. Это почему это? Не знаю. Может, и был. Не знаю. Ну, спасибо вам за поддержку, девочки. И мальчики. Все будет хорошо, не переживай. Ну, пора. У тебя очень красивые туфли. Я старалась. Маньяк должен оценить. Ну да, еще бы такой подъем. Каблук 10 сантиметров. А как ты на таких ходулях будешь убегать от маньяка? Ну, если вдруг придется, ты подумала? Ну да. Бежать на них нельзя. А вот отбиться можно, да еще как. И вообще, я не могу без шпилек. Это честь меня. Это точно. Если кто-то родился в рубашке, то наша Анна родилась на шпильках. Женя! Женя, прием. На связи. Как обстановка? Без изменений. Аня, замедли шаг. Ты что думаешь, маньяк за мной не поспеет? Аня, послушай меня. Действительно, тебе надо идти спокойнее, потому что ты своей паникой можешь его просто испугать. Внимание. Подозрительный субъект. Аня, не оглядывайся. Не оглядывайся. Спокойно. Веди себя естественно. Он не должен знать, что ты его засекла. Что значит естественно? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Не оборачивайся. Пожалуйста, не оборачивайся. Замедли шаг. Я и так стараюсь, как могу. Женя. Женя, прием. У тебя все под контролем? Так точно. Готовься к захвату. Анечка, прошу тебя, не спеши. Я не могу мои ноги не слушать с тебя. Внимание. Объект в 3 метрах от жертвы. Боже, мне кажется, что сейчас у меня остановится сердце. 2, 1. Ложная тревога. Отбой. Да, похоже, у нашего маньяка сегодня выходной. Да? Это что, сейчас уже все? Это я могу идти домой, да? Послушай, Аня, прием. Ты видишь темную аллею? О, нет, дорогой. Нет, нет, нет. Туда я точно не пойду, нет. Нет, нет, нет. Анечка, вернись, пожалуйста. Аня, вернись. Аня, это приказ. Я все, я домой, все. Хватит, я уже и так постарела на 10 лет. После этого задания мне нужно будет прямиком к пластическому хирургу. Ты понимаешь, что это опасно или нет? Пусть лучше я завалю задание, чем маньяк завалит меня. Аня, прием! А что случилось? Ты чего? У меня все пропало. Ты можешь как-то связь наладить? А что ты от меня хочешь? Она спросила и микрофон, и камеру. Женя, прием! Вот еще она меня не слышит. Прекрасно. Ну подожди, Женя. Помедленно на линии. Сейчас поправим. Подожди. Женя, прием! Вроде появился сигнал сейчас. Женя, прием! Ну, наконец-то! В чем дело? Аня сбежала. Сбежала? Нужно найти ее. Аварийный датчик. Я поставил ей его на всякий случай, она даже не знает. Что делать? Активировать устройство. Активировать. Зачем наушники? Что нужно? Пароль, пароль, пароль. Есть. Ну, где она? О, нет. Все, в Ниццу, в Ниццу. Может быть, это хоть как-то спасет меня. Секунду, подожди. Какая красотища. Ух ты. Ah!
Женя, прием! Остоженко, 12/1, угол Тиволского переулка, во дворе. Во дворе, ты слышала? Да-да, я слышала. Да-да, бегу туда. Сидеть! Ты как? В порядке? А ну-ка, плесни ко мне. Варя, чуток. Держи. Это этот, что ли? Ну да, коллекционный. Оп, оп, прошу прощения. Ну? Да, давай сюда. Девчонки, ваше здоровье. Ваше здоровье. Аркаш, твое здоровье тоже? Спасибо. Признаюсь, я был неправ, сомневался в вас, а вы славные. Спасибо. Ну, спасибо. За вас. Спасибо. Спасибо. Христовский слушает. Благодарю вас. Спасибо. Хорошая. Хорош, хорош. Ну, что, друзья мои. Нет. Анастасия пришла в сознание. Как мне только что сообщили врачи, говорят, она себя чувствует. Хорошо. Ну, наконец. Вот так. Ура, ура. Отлично. Ну все, мне пора. Там меня Генчик ждет. Анечка, так, может быть, посидишь все-таки с нами-то? Ну, мы же не... Ну, Ань. Ну, пока. Ну, пока. Ну, ладно. Лидочка, нормально? Да, бывает. Я вот хотел... Женщина, лица с тобой. Да. У вас все хорошо? Все нормально? Да. Вот, на мой взгляд, я сам хочу вас на рыбалку попросить. Да, давно не нравится. Мне кажется, не хватит. Можно экспериментировать, не слишком вдаваться в подробности. Будет передача «Инфернальное в кино». А я напоминаю, что вы смотрите «Кино-ревью» с вашим бессменным ведущим Константином Живым.